Так, ну что, у нас второй стрим, вот. Я подумал, прикинул, что, типа, тема интересная, что. У нас вообще, в принципе, такая компания. Найдем интересные темы, о чем поговорить. Куча и знакомых интересных, которые интересными вещами занимаются, и поэтому есть мысли и планы развивать это направление. Хорошая тема. Да, пока я не придумал. Вот как это может называться? То есть, если делать подкаст, должно быть название. Поэтому в комментарии там накидайте варианты, как вам кажется, это могло бы называться. Вот. Ну, конечно, надо будет это делать с видео и красиво, и классно. Так что пока мы такие в тестовом варианте. Проверяем, как это все будет. Слушай, у меня есть предложение, мы матом же ругаемся, да? Да, может, похуй вообще. Вот, отлично, да. Мне вот как раз и кажется, что можно назвать «Без хуйни», потому что, да, мне кажется, ее много. Как ты думаешь? А может быть, наоборот, «Вся хуйня»? О, ну это тоже, как я не знаю даже, что выбрать, а что там, одинаково. Ну, мне кажется, фишка как раз в том, что видишь, у нас формата никакого нет здесь особо, ну, пока, по крайней мере, не знаю, как там у тебя планы. Хорошо говорить. Мне кажется, людям не хватает общения сейчас. Ну, такого как раз без хуйни. Ну, да. Туда-сюда. Да. О том, о сём. Ну, да, там, без Инстаграм, там, чего там. Вот так, запись эфира я включил. Слышно нас вроде хорошо. Так, Алексей, только я тебя чуть погромче сделаю. Ну, давай. А ну скажи что-нибудь. Что-нибудь. Вот, другое дело. Хорошо. Так, что, поехали. Предлагаю начать. В прошлый раз мы нормально не коснулись вот вопросов, которые люди готовили. Вот, а здесь вот есть у нас пост с вопросами. Супер. Наверное, будет что-то по прошлой теме. Слышите музыку на фоне? Бабич все еще лежит. Я вам фотку скинул, серьезно. Ему включили музыку, он все еще лежит. Я не знаю, как он себя там чувствует. Вообще нормально? Нет, ему хорошо. У него пальцы шевелятся, у него все хорошо, он там проживает что-то. Мы же все что-то проживаем. Это просто такой вариант проживания. Да, мы тут стрим ведем, а Бабич в трансе лежит. Ну хорошо, у него свой стрим. Бабич стримится. А он в себя придет, нам еще концерты играть. Конечно, конечно. Ну слава богу. Так. Будет чувствовать себя хорошо. Блин, я вам сейчас кружочек запишу, чтобы вы понимали, как это происходит. Вот тут я сижу с микрофоном. Сейчас. Вот он я с микрофоном. А вот там Бабич. Угу. Да. Ну, можно, кстати, обратить внимание, что у него пальцы подергиваются, руки. Происходит движение время от времени. Сейчас. Это реально странно. Ну, человек проживает что-то, это здорово. Так. Не, странно, в смысле, я себя ощущаю. Да, я понимаю. Да, нормально все. Так, начнем, значит. Где тут наши вопросы. Отлично, отлично. Почему мы очень часто используем одну и ту же модель поведения со своим партнером? В смысле, как в предыдущих отношениях или при знакомстве? Это вообще нормально? Как над этим работать? Uh-huh. Это касается не только парней, но и девушек. Uh-huh. Ну, мозг есть у тех и у тех. Это особенность научения мозга просто, что... Это особенность людей, мозг есть и у тех. Но не у всех, говорят, честно. Не знаю, я там не сильно исследовал каждого. Вот, но замечаются признаки такие. Если серьезно, наш мозг учится просто, и мы учимся копированием. Это может быть скопировано у кого-то из родителей, там, в семье, еще где-то. И это же является результатом научения. То есть каждый раз человек делает одно и то же. У нас же у всех есть индивидуальные особенности. Поэтому ну, вот такие фишечки, они делают нас личностью. Вообще, по факту, люди ведут себя одинаково вот, в отношениях, ходят по кругу часто, по одному и тому же сценарию отношения, находят одних и тех же парней или девушек. Вот, просто из-за того, что это такая модель у них. Мы просто так учимся. Задача мозга – адаптироваться к окружающей среде. У всех, у людей, у животных. И поэтому, чтобы адаптироваться, мозг записывает информацию, которая случается с человеком. То есть он постоянно моделирует. Без нашего сознательного участия. Он сам это делает. И такие стратегии, которые не удается изменить, переломить просто волевым решением – это просто результат научения. Вы где-то этому научились. Вот, собственно, и все. То есть, как правильно быть в отношениях? Ваш, ну, ответ на ваш вопрос – это ваша жизнь. Все. Грубо говоря, этому научился просто, и вот так вот. Можно переучиться. Можно, если не устраивает, не в кайф, можно переучиться, и все. Ну, я так понимаю, это такие, типа,
паттерны, да, поведенческие, 100%. Которые просто сформировываются с первым опытом, да, и потом ты дальше принимаешь решение, действуешь, исходя из своего первого опыта, да. Да, да, и все, дальше просто потом. Это как примерно вот кто за рулем ездит, садишься за руль такой, машина, на которой ты никогда не ездил, ты на ней не ездил, то есть для мозга это новое. Ты не знаешь, как на ней ездить. Но ты садишься и такой, ты же прекрасно понимаешь, что там есть педали. Садиться нужно спереди или слева, или справа, сзади. Ну, обычно не бывает такого, чтобы там был руль. Вот. И ты такой, ну, там, коробка автомат, не автомат, туда-сюда. И все на основании опыта. То есть ты подтягиваешь какой-то опыт, который, причем ты не вспоминаешь. Ты не вспоминаешь инструктора по вождению, как правильно ездить. Это как бы само происходит. Вот это само и есть секретик. Само это бессознательная стратегия, которая человек научился, она на автомате работает. Это все сделано природой, чтобы не перегружать сознание. Сознание не может все это вмещать постоянно. И как менять эти паттерны? Переучиваться? Пробовать что-то новое? Переучиваться, да. Самостоятельно, если это пробовать разрывать шаблон, действовать наоборот. Можно пробовать рефрейминг, изменение смысла. Ну, то есть действовать от обратного, экспериментировать. Вот это если такие вот жизненные вещи. Что касается самой там терапии, изменений таких вот, если с психологом работать, то обычно просто находятся точки, где человек этому научился. Это как навык. Мозг как мышца, он просто тренируется раз от раза. И мы находим, где научился человек, и где это подкреплял. Вот, собственно, как бы и все. Вот так формируется навык. То есть разбить эту нейронную связь волевым решением очень сложно. То есть вы продолжаете находиться в этой игре. Разорвать игру можно только перепрожив точки, в которых человек этому научился. Отправившись в ситуации, в которых, ну, с которой связаны с этим состоянием, с вот этой всей темой, которая беспокоит. Вот, собственно, и все. Так вот просто это делается. Технически просто. Окей, следующий вопрос. Какие признаки усозависимости? Как определить, что отношения построены на модели спасатель и жертва? Мне кажется, если чувствуешь, да, так, то уже, значит, какой-то звоночек тревожный. Ну да. Если вопрос возникает, значит, уже типа... Ну, как минимум. Но надо упаковать концепцию, чтобы принять это. Ну да, да. Если взять концепцию, то... Да, хорошо, вернемся к концепции. С концепцией у нас отношения такие. Созависимость – это когда у одного партнера находятся ресурсы для другого партнера. То есть у тебя правая нога, у меня левая нога, мы вместе идем. Только мы разошлись, хлоп, оба упали. Ага. Все. И вместе тяжело, потому что, ну, неудобно так жить и ходить. И отдельно не можем. Вот это метафорически, если описать. Вот это созависимость. Бывает не созависимость, созависимость – это когда с двух сторон оба зависят. То есть там помимо любви есть еще что-то. Ну, там девочка недополучила от папы чего-то. И она такая, хочет, чтобы он, ну, бессознательно, иногда даже сознательно, хочет получить такого внимания, типа около отцовского, такой, побыть маленькой девочкой, что-то себе скомпенсировать. Вот. И, соответственно, она требует этого от парня. Парень вообще не в курсе, что ему надо быть батей. Он вообще тусануть хотел, может, как бы и все. Вот. Ну, точно так же, и наоборот, парень ждет от девушки, что, я не знаю, она там будет, не знаю, как мамочка там, бегать за ним, вытирать ему там сопли, не только. И все, она как бы не готова, она хотела как-то по-другому. Но многие люди живут в таких моделях, и их полностью это устраивает. Да. Кому-то это подходит. Типа, и к тому, что если людей это устраивает, нужно ли это менять? Не, не нужно, это потом бомбанет. Ну, серьезно. Но мы же тут без хуйни, если то оно это бомбанет потом. Но мы действительно многие так живем, так и есть. Просто это в чем косяк? Это изначально заложенный дефект в этой всей системе. То есть там помимо любви есть еще и зависимость. Почему зависимость? А это что я не просто не хочу быть с тобой, а я и не могу без тебя. Вот он крючок. Типа, любовь – это когда хорошо, что есть человек, здорово, блин, мы не вместе. Это печально, больно, но как здорово, что этот человек есть вообще, это чудо. И вообще классно, приятно вспомнить или подумать, вот это любовь. А желание обладать, я вот, ревность, вот это дичь, это вот… Я какое-то время назад, знаешь, о чем задумался? Насколько сильно какие-то, не знаю… В литературе, в кино, в поэзии и так далее, авторы, так сказать, насколько они стимулируют вот эту нездоровую зависимость и любовь. То есть мы же тоже свои какие-то модели поведения мы черпаем откуда-то извне, да, и вот ты там в детстве, в юности прочитал стихотворение или посмотрел фильм про большую вот такую вот отчаянную любовь, да, и у тебя такое типа, о, любовь – это вот так вот.
и потом мы в ахуе. Я периодически какие-то стихотворения там перечитываю или еще что-то, да, и думаю, ебаный в рот, куда вы людей ведете? Ну, то есть, это ж нездоровая история, вот это, знаешь, зависимость такая, я не могу без тебя, с тобой на край света, кровь от крови, ты моя кровиночка. Вот эта зависимость. Да, и люди считают это настоящей любовью. Да, да. Вот это вот она, вот все остальное херня, если ты, типа, можешь без человека неделю, да, да что ж это за любовь такая, ну, например. Ну, абсолютно, да, ты в точку попал, это как раз и есть, это и называется зависимостью, созависимостью, то есть такое может быть с двух сторон, это очень яркие отношения от рая до ада, постоянно по кругу и никакой золотой середины. И потом от любви до ненависти, да. вот как раз от этой самой любви до ненависти просто, один шаг. Качели, 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 потому что, чтобы попасть, вот секретик, кстати, да, для тех, кто хочет обзавестись созависимыми отношениями, просто зависимыми, да, тут неправильный совет дам, вот, можно, знаете, что сделать, нужно поставить между любовью и страданием равно. Ага. Все. Это страдаешь любовь. Да, да, да. Это главный секрет. Вот. И ты знаешь, у меня есть люди, которые пишут и говорят, типа, как забыть молодого человека? Типа, вот вы можете гипнозом у меня это убрать или что? Да, это серьезно, это прям много этого. И такие, типа, я говорю, ну, это похоже то, что вы описываете на зависимые отношения. Приходите, разберемся. Она такая, нет, это просто очень сильная любовь. Любовь, да. Да, я такой, ну окей. Тогда хорошо. Сходите на кладбище, наберите земли, сыпьте вокруг дома. 100%. Станцуйте с бубном, да, под луной, и все будет пушкой. Там же хочется обладать, можно до этого дойти реально. Да, да, вот это, кстати, вот одна из, один из ключ, когда очень большая проблема, когда люди пытаются чем-то обладать. То есть вот эта иллюзия владения, да? Да. И при этом ты умираешь, как бы ничего у тебя не остается. 100%. Вот. И большая проблема. Это большая проблема не только в отношениях, наверное, это проблема вообще в принципе по жизни, когда человек хочет больше, 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 больше и к себе владеть. Угу. Да, вот. Слушай, кстати, ты сейчас сказал, есть практика, может быть, кстати, мы сейчас можем и тем, кто слушает или будет слушать запись, порекомендовать. Есть такая практика, где накрывают эмоции, когда, то есть много важности в человеке, в деньгах, во времени, в том всем, там вообще, то есть, ну, прямо жестко как-то все, человек на страстях все время каких-то, он же, ну, разбалансирован, он потом, ну, упадет нервная система. Есть очень хорошая такая тема. Не помню толком, откуда сама практика, но смысл в том, что представляется смерть. Мысль о том, что ты однозначно умрешь. Вот, она отрезвляет. И не просто как мысль, а именно как практика. То есть вот в этот момент, когда вы чувствуете, что накрывают эмоции, я не имею в виду там, ну, то есть здесь сразу хочется вот, ну, ответить на всю вот эту тему, что там, типа, о, смерть, это плохо, что так жестко. Да не, смерть, ну, я... Вы, это меня, неизбежность. Это, да, вы меня простите за прямоту, но это единственный факт и наша гарантия в нашей жизни. Единственное. Больше остального, как бы, ну, реально же. Да. 100%. И со смертью я сразу хочу сказать, что там есть два варианта. Есть люди, у которых картина мира предусматривает продолжение, то есть ты будешь дальше жить в плюс или в минус. Вот. А есть люди, которые понимают, что на этом оборвется все. Вот здесь нужен второй вариант. То есть ты такой раскачался, все, там у тебя там что-то эмоции туда-сюда. Представьте, что вы умерли. Подумайте о том, что вас больше нет. Все. И что, да? И все. Не, просто вот, да, без. И даже что тоже не может быть, потому что этого же нет. Слушай, ну вот про смерть есть еще практика айваски. Что ты знаешь об этом, раз мы тему смерти затронули, вот так вот, подумай о смерти. А давай сейчас обсудим, я хотел здесь еще завершить, а сейчас два предложения, просто чтобы меня правильно поняли, о том, ну, завершить мысль, что это состояние прочувствовать, где вы просто оборвалось все, вся ваша важность, этот партнер, ради которого вы на все готовы. Вот. То есть, у нас Бабич проснулся. Да, ну, все, норм, хорошо. Ну, кажется, решил еще полежать. Ну, может прийти в себя, если хочет. Ну, ладно, отдыхай. Хорошо. Вот, то есть все закончилось, все, больше ничего нет. И остаетесь в этом. Вот здесь вы прочувствуете все свое, на самом деле. Все. Что самое интересное, там будет два варианта. Первое, кто-то испугается, скажет, что это жуть, и ему захочется жить. Второе, и это более правильный вариант, у него отпустят все.
То есть больше всего почему-то как-то успокоит. Но здесь еще важно, чтобы человек не подумал, о, вот это заебись. Не-не-не, да, мы же здесь не призываем к смерти, потому что мы о ней не сможем потом поговорить. Ну вот в чем проблема, косяк такой есть. Обсудить не сможем. Да, это метафора. Просто состояние раз, прожил, и тебя полностью обнулило в этот момент, если вы сможете себя так отпустить. Все, а сама смерть, естественно, физическая, это совсем другое, я про это и не говорю. Мне вот вообще, мне кажется... Тема суицида, она кажется абсурдной, да, потому что это вот реально единственное, чего ты не сможешь избежать в этой жизни, это смерти, да. Проиграть типа, сюда успеешь. Нахер ты торопишься? Рано или поздно, потом, когда-нибудь, 100%. Да, а за это время можно успеть кучу всего сделать. Да, да. Вот. Но у некоторых, видишь, время очень болезненно, они не хотят тянуть, они ищут выход иногда и в этом тоже. Кстати, люди с паническими атаками, с тревожными расстройствами очень часто тайно желают смерти, потому что не хотят освободиться от своего гнетущего состояния. Да, у меня у самого были такие периоды в жизни, да, когда просто каждый день ты... Ну, я, в смысле, да, я просто каждый день представлял, как я могу умереть. Пять раз в день, шесть раз. Выезжаешь на перекресток, думаешь, о, сейчас могла машина вылететь, меня врезаться. На самолете взлетаешь, о, а может, он сейчас упадет. Типа, такие периоды бывают, но это совершенно абсурдная херня, потому что... Ну, и что потом? Потом заново вот это рождаться. Геморрой. Давай тело власть. Никуда отсюда не денешься, да. Переродишься во что-нибудь еще. Очень вероятно, да, мне нравится такая концепция. Да, 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 меня полностью устраивает. Нахер форсировать события, если все равно потом заново опять. Да, да. Про айваску что там ты говорил? Айваска, ритуал айваски. Ты же наверняка знаешь об этом, что-то слышал про это. Да, есть такое, там за счет гормонального всплеска происходит проработка. И там же как раз сравнивается с опытом умирания. Ну, там, видимо, я небольшой специалист, честно. У меня были клиенты, которые пострадали от этого. И, о, пострадали. Да, вот это интересно, расскажи. Да, ну, не знаю, стоит ли сейчас. Ну, короче, в чем прикол? Там происходит, грубо говоря, смотря с чем туда заходишь. Если ты заходишь туда с терапевтическими мыслями, вот, что касается моего отношения к этому, сразу надо сказать, что у меня никакого отношения вообще ни к чему нет. Я как-то потерял взаимоотношения с добром, злом. Я не понимаю, что хорошо, что плохо. Мы просто живем, и все. Поэтому, если здесь вот, ну, не судить никого и просто посмотреть, на что происходит, то когда заходят туда люди за терапевтическим эффектом, они его получают. Но там есть одно интересное «но», про которое, кстати, вот там, как они, шаманы, да, вот эти ребята называются, которые это дело проводят. Ну, есть настоящие шаманы, есть наверняка не очень настоящие. Может быть. Ну, а как мы знаем? У них же документа нет. Сертификат. Да. Сертифицированный шаман. Фишка в том, что там происходит за счет выброса гормонов проработка такая, и то, к чему человек должен был прийти, его жизненная программа, понимаешь, она ускоряется, и он получает то, к чему он и так бы пришел, просто быстрее. И это не всегда хорошее. Не хватает опыта, ну, то есть, если я тебя правильно понял, да, любой там чекпоинт, да, на карте жизни нашей, к которому ты стремишься или который тебя ожидает, но он, мне кажется, может быть полностью реализованным только в совокупности с пережитым опытом. А когда ты как бы... Это чит-код такой. То есть ты пропускаешь этот опыт. Да, но он работает, Серег. Он работает, но опасно то, что ты не знаешь, к чему ты должен прийти. Откуда ты знаешь, что у тебя... Не знаю. Да, в плане жизненной программы, что есть. Ну, это как в прошлый раз. А какие, ну, вот примеры какие-то вот травмирующего опыта? Вот, что с людьми? Что с людьми? Тревожные мысли развиваются. И все. И у меня коллега был, он говорил, что, говорит, а ты им не сможешь ничем помочь, потому что они к этому пришли. Все. И, они уже здесь. Ну, как сказать, да, да, они уже здесь, совершенно верно, да. Все, ты уже здесь. И, ничего не могло быть да, иначе. Совершенно верно. Вот здесь как раз это, да, абсолютно точное попадание. Вот. Ну, а здесь доля мистицизма такого, да, у нас сейчас присутствует. Но типа к этому ты должен был прийти. Можно мистически это объяснить, а можно... У нас есть группа убеждений, которые регулируют, как нам правильно прожить свою жизнь. Неправильно не с точки зрения, как надо поступать, а с точки зрения почему-то вот это твое. И вот это твое проматывается, и ты быстрее попадаешь вот в дальний чекпоинт. И все. А в дальнем чекпоинте может быть не позитив. И вот это пример человека, который, ну вот... Да, потому что, ну, раз уж затронули тему, да, психоделиков, я в последнее время сталкиваюсь с тем, что очень много, как сказать, очень однобоко эта вся тема в масс-медиа, да, транслируется.
Ну, то есть вот я где не натыкаюсь, я... мне не попадаются, по крайней мере, видео, да, где люди говорят о негативном опыте айаваски, да, или mm-hmm. там других психоделиков. А ведь этот негативный опыт имеется. Меня дико высадило, я даже не досмотрел, документалка есть на Netflix. Mm-hmm. То ли про ЛСД, то ли про грибы. По-моему, про ЛСД, наверное, больше. Да. Ну, вот 60-е, 70-е, хиппи, вот эта вся движуха. Вот. Я типа с интересом к этому, потому что ну, это интересный опыт, да, и интересно узнать, что оно как. Вот. Но вот эту я документалку начал смотреть, я даже не досмотрел, потому что там первые полчаса просто восторженные отзывы о том, как это классно. И мне кажется, это совершенно нечестно. Потому что есть и негативный опыт, с которым можно столкнуться, и об этом редко говорят. То есть, когда ты там ищешь там айоваску, да, тебе сразу попадается на Ютубе интервью со Стингом, где он рассказывает, что это там важнейший опыт в его жизни, например, да. Но я уверен, есть огромное количество людей, да, которые не были к этому готовы. Здесь надо понимать. Понятно, что каждый думает, что я готов. Да нихуя ты не можешь быть к этому готов. Конечно, вот. Конечно. Что мы себе знаем, чтобы быть готовыми? Да, ты же не знаешь, в какую глубину ты сейчас прыгнешь. Да, да. Ты, кстати, вообще в целом, мне кажется, человек воспринимает в основном чаще всего себя и жизнь с какой-то точки, ну, с абсолютной позиции, да, как будто вот, вот оно все, вот оно вот здесь и сейчас, это вот я вот, я все знаю, я все могу, ну, я не знаю, как это объяснить. Mm-hmm. Вот, то есть такая слепая уверенность. Ну, ты имеешь в виду, что они знают, кто они, как устроена жизнь, ну, верят в свою картину мира, да. И за пределы не выходят. Ну да, ну а да. Как иначе? Как да, бы они да, жили да. Иначе, если бы они в эту картину мира не верили? Вот как бы в чем прикол. Другое дело, что в этой картине появится исключение после этого опыта, понимаешь? Да, поэтому здесь надо быть очень аккуратными и тысячу раз подумать. Потом я спрашиваю, какие негативные последствия. Я вообще психов отлетевших встречал после психоделиков? После психоделиков... С оторванной кукухой наглухо. Вот прям наглухо нет, потому что ну, они ко мне не приходят. А, тоже, да, вариант. Не, у меня, я же говорю, у меня хороший фильтр, у меня 10 тысяч рублей консультация стоит, и как бы люди больше не приходят, если они чувствуют, что что-то как бы, не стоит. Вот. А так есть, да, в разных вариантах. Но ты знаешь, что касается, вот если вообще даже с психиатрическими заболеваниями люди приходят, а там опыт, я не знаю, есть, нет, но с ними тоже можно работать. В периоде ремиссии все так более-менее ничего. Mm-hmm. В периоде ремиссии. Так, ладно, следующий вопрос. Как научиться дозировать нахождение в одиночестве? Это помогает, но также, мне кажется, вредит. Становится тяжело принимать реальность, если чаще начинаешь убегать в свой безопасный мир. О, mm-hmm. Олег пришел. Давай, может, спросим да. у Олега, как дела? Да, сейчас на вопрос ответим. Да, Олег, ты как себя чувствуешь? Нормально. Да? Mm-hmm. Что-то mm-hmm. хочешь... проснулся и не смог обратно. А, ну и хорошо, хорошо, оно так и должно работать. Что-то раз так. И все, да? Окей. Mm-hmm. Что там было? Картинки, эмоции, ощущения да, в теле. Ну, сейчас расспросим Олега, давай на вопрос ответим, да? Или, или сначала Олега расспросим. Ты ну, как? Пока Олег просто... А, пока ты свеженький, давай, иди сюда, падай к нам. Вот тебе микрофон, сейчас да. расспросим. Вопросик есть, это фиксирован, помним, сейчас ответим. Поздоровайся. Да, всем привет. Не знаю, провалился я прям так. Сюда говорю. Провалился прям в что-то светлое было сначала. И было максимально комфортно. Угу. Все тело как вибрировало. Да, классно. А потом начались какие-то потемнения. Угу. Такие как точечные, а потом плавающие. И в темноте появился такой как шар, похожий на звезду какую-то. И он так вот. Начал двигаться, плавать. Угу. И потом в моменте он просто как погас, но так понял, что я уснул просто в этом моменте. Угу. И начались какие-то картинки. Ну, типа, первые были вообще нормальные, ровные картинки, а картинка меня прям ну, вернула обратно. У меня привязаны были руки какими-то колючками к ногам, и я пытался зубами их угу. перегрызть. И от того, что меня перевесило, и я ударился лицом о пол, я тогда Господи. Проснулся резко. Серьезно? Да, аж вот так вот. Жестко было. Угу. А ты помнишь запрос, с которым ты пошел? Его не обязательно озвучивать. Да. Может быть, это как раз визуализация твоего запроса? Угу. Да, есть разные варианты гипнотических реакций трансовых. А у каждого же своя психика. Прелесть в том, что я же не говорю, что делать. У каждого происходит свое. То есть мы здесь максимально точны, потому что мы работаем в картине мира человека. Все. Те, кто говорят, что гипноз там не экологично, да бред. Я ничего даже не сказал. Это куда экологичнее, потому что человек молча это проделывал. Что может быть точнее?
это чистейшая работа в картине мира человека. Вот. И к тому же метафорически, вот у Олега, он метафорически это прожил. Есть люди с метафорической психикой, причем заход был с положительного, так получается у людей, у которых не хватает ресурсов каких-то. То есть человек заходит туда, и он набирает ресурсы. Люди не только страдать идут в транс, они кайфовать тоже идут. Ресурса поднабрался, и это не просто как отдохнул. Там смысл в том, что в бессознательном ресурс соединяется с недостачей ресурса. То есть он попадает ровно куда надо, как пазл становится в трансе. Вот в чем прикол. То есть этот процесс проходит, он завершается, и начинаются потемнения, непотемнения. То есть ты вначале восстановился, и потом прожил метафорически свою тему. Проснулся на кульминации, где это максимально бабах в пик. Это тоже хорошо, потому что... Мы отключились на секундочку, а мы в эфире, да, обратно. А, мы уже в эфире. На 5 секунд отключились. А, на 5 секунд, хорошо. Ну, короче, ладно, что это комментировать. Чувствуешь себя как? Чувствую идеально, и чувствую, что я сюда пришел с таким чувством напряжения. Ну, меня волновало какое-то, у меня свои моменты были сегодня. И сейчас максимально чувствую себя комфортно, идеально. Офигенно, все. Ну, что, спасибо. Пожалуйста. Продолжаем эфир. Так, сейчас повторю вопрос. Все, Олег жив-здоров, слава богу, а то он прилип тут на полчаса. Не, нормально, думаю, нормально. Думаю, ну пиздец, сломал мне диджея. Не-не-не, иногда, чтобы стало хорошо, человек вот так вот такие вещи выделает. Нормально. Ну, все правильно. Это типа, ну, самоанализ такой, да, наверное? А ты знаешь, в чем прикол? Интроспектив, или как называется? Да мы просто, грубо говоря, сознание сузили, и человек бессознательно сам решил свой вопрос. Офигенно. Вот и все. Кто работал, я или Олег? Тут большой вопрос, на самом деле. Я тут постоял рядом, и все. Такая история. Так, вопрос. Ты помнишь вопрос или повторить? Да, вопрос. Я помню, что был вопрос. Я запомнил, что я обещал на него ответить. Сейчас повторю. Сейчас скажешь, я его еще раз вспомню. Сейчас долистаю. Там много их, да? Ну, есть, да, имеются. Как научиться дозировать нахождение в одиночестве? Все, супер. Хороший вопрос. Реально хороший вопрос. Потому что сейчас люди стремятся к одиночеству. Давайте одиночество сразу разделим. Вот, ну, у тебя как с одиночеством? Комфортно это пиздец. Быть? Ну, или типа, нет? Я как-то делал... прочтение, знаешь, дизайн человека, есть такая тема. Да, классная тема. Классная тема, да. И у меня там написано, как это, отшельник-оппортунист. Это такой там тип личности или что-то там, не помню, как это называется. И в описании, типа, мне чувак давал очень большую такую подробную, как это сказать, декодинг. Вот. Он говорит, отшельник-оппортунист, это вот типа отшельник, который типа сидит один в пещере, да, далеко в горах, но над пещерой у него огромная неоновая вывеска, если что, я здесь. Классная метафора. Да, это чисто про меня, но у меня на самом деле с одиночеством очень большие проблемы в том плане, что мне очень редко удается его получить, потому что все время какой-то движ вокруг, много людей, и я подумываю о том, что вот в декабре свалить куда-нибудь одному, не знаю, дней на 10, отключить интернет и все остальное. Хочется, да? Да, очень хочется. Ну, это лучше. Мне очень комфортно в одиночестве, при этом я потом через какое-то время сейчас начинаю скучать по людям. Да, ништяк, значит, пора. Да, да, типа того, то есть у меня с этим окей, все. Офигенно. Но просто иногда не хватает одиночества. А вот у человека, видимо, комфортно в одиночестве, но здесь я тоже поддержу, потому что я вот недавно начал себя анализировать, и я начал замечать, как много времени я провожу внутри, а не вовне. Вот я думаю, здесь человек тоже, наверное, что-то подобное хочет. Ну, я бы сейчас, поговорить. Чтобы ответить на этот вопрос, так, чтобы я почитал комментарии, что даже не для себя, а для кого-то, некоторые даже слушают, ну, чтобы можно было кому-то сказать что-то, да, и возможно. Полезную информацию, ну, это вообще прикольно, я за, почему бы нет, мы тут бесплатно отдаем, пусть люди возьмут, да и помогут другим, почему бы нет. Если каждый сделает, да, свое, мы же по-другому будем жить. Поэтому давайте с одиночеством, если так посерьезнее углубиться, то одиночество нужно разделить на одиночество приятное, комфортное, добровольное. И одиночество неприятное, некомфортное, нежеланное. И что интересно, они одно переходят в другое. Вот я сейчас, у нас видео нет, я сейчас рисую знак бесконечности, где с одного края одиночество приятное со временем переходит в одиночество неприятное. Одиночество неприятное потом со временем может стать приятным, когда к нему привык. И это уже не очень хорошая игра. Поэтому поговорим отдельно про каждое. Одиночество приятное, это хорошо, и это восстановление ресурсов, потому что когда много информации, и много людей, человек так восстанавливается, пока, как ты сказал, не захочется к людям. Это классно. Вот. А вот одиночество неприятное,
А это такая, знаете, проблема на поверхности, с ней просто нужно работать. Не знаю, я сторонник просто работать с психологом, это быстрее, как на Формуле-1 ты едешь или работаешь сам, это как пешком. Примерно у меня такая метафора. И есть еще здесь третий нюанс, что иногда люди находятся в одиночестве не потому, что хотят. Они, им вроде как комфортно, но они уже со временем начинают понимать. Привыкли. Привыкли, и это превращается в болото, где оно начинает бродить, гнить, и тогда начинает человек через время... Часто же бывает такое, что человек не осознает, что да. ему хреново. Ну, да. точнее, как сказать? Через время только. Кажется, что все окей, 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 да, а со стороны видно, что человек вот в болото в это вязнет, 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 вязнет. Mm-hmm. Ну, вот. Он и сам... А что в такой ситуации делать? Нужно осознать, что, скорее всего, это одиночество, это не ваш выбор. Это страх. Страх. А страх – это не всегда чувство. Это не, очень хитрая штука. То есть человек один не потому, что хочет. Он очкует. Угу. Он боится быть с кем-то. Ему угу. проще, знаете, вот это часто можно услышать, это клише. Проще быть самому и одному, чем угу. быть с кем-то. Угу. А почему проще? Вот берем людей, приближаем, что чувствуешь? Опа, у человека напряжение начинается. О, это нужно соответствовать ожиданиям, это нужно жить для кого-то, это там возьмут обидят и так далее. Так это результат опыта, ты от опыта закрылся и все. Угу. То есть страх работает, я про что, почему я сказал про страх, что страх, он имеет свойство обобщаться. То есть он берет, знаешь, как хитро делает, он как хирург, отрезает с запасом. Вот, и он как бы берет так, нас обидел Василий, например. Все, теперь все, ну, это больше у женщин же происходит, вот, а все теперь, Василий кто? На уровень обобщения выше выходим, uh-huh. а Василий это кто? Ну, мужчина. Все мужчины теперь становятся uh-huh. опасными, поэтому лучше быть одной. Ну, это опять, заведем котика, посидим. А лучше 6. Лучше 6 котик, потом их 7, потом 10, потом человек начинает осознавать, что что-то идет не так, а потом он думает, да ну его нафиг. Тут весь этот хлам у меня дома. Да, лучше об этом не думать, и дальше идет в этой пике. Да. Вот, вот это опасный процесс. Его нужно вовремя заметить, иногда одиночество – это не ваш выбор. А если человек не замечает? Он со временем заметит, ему об этом говорят. Люди об этом знают, и здесь каждый из нас становится перед выбором. Это осознать, принять во внимание или как бы ну, сделать типа, вид, что... Извне вмешаться в это не вариант. Да? Как вот если человек... вот ты видишь, да, что человек чахнет, грубо говоря. Ну, может быть, не так там утрировано, да, но mm-hmm. вот не вовлекается в жизнь, в какие-то интересные вещи, да, и человеку окей. Mm-hmm. Загаситься в одного там и так далее. Mm-hmm. Извне что-то можно сделать? Можно сказать ему об этом убедительно. Но тут нужно делить ответственность 50 на 50. Его нельзя спасти, если он не хочет. Ага. В этом и прикол. Правда. Поэтому, да, вот методы психологических сколько есть. Я вот 15 лет занимаюсь, все что-то усиливаю, все что-то учусь, доучиваюсь. А все равно иногда приходят люди, которые осознают, что у них проблема. Они говорят, ну, и ладно. Угу. И какой ладно? Это же дальше будет еще. Ну, ты понимаешь? Окей. Mm-hmm. Ну, и что сделать? Здесь приходится, мне пришлось вырабатывать в себе чувство делегирования ответственности обратно человеку. Это его путь, я не смогу за него пройти. Но от нас святое, что от нас зависит, это сказать. Слушай, ты не кажется, тебе не кажется, может быть. Ну, как ты видишь свою жизнь через год, 3-5, через 10? Здесь вот смотри, или я тебя перебил сейчас? Не, я хотел завершить просто на том, что отправьте человека в будущее, пусть они посмотрят свою жизнь через 10 лет. Если их это устраивает, принимай сейчас осознанное решение, я тебя с тем больше не беспокою. Угу. Ты в жопе, окей. Здесь вот будь... момент становится тяжело принимать реальность, и все чаще начинаешь убегать в свой безопасный мир. Вот, это то, про что я говорил как раз. Мы часто бежим от реальности, но страх, вот это опять про страх. Вот фишка в том, что страху нечего нам предложить. Только начинаешь его слушать, к нему нужно прислушиваться тоже. Но как только ты на него слушаешь, его постоянно слушаешь, чем больше слушаешь, тем больше ты бежишь. Чем больше бежишь, тем... Ну, это как бежать от собственного хвоста. Тем дольше не решается вопрос и обостряется ситуация. Угу. Поэтому страх нужен в рациональной своей части. Так, про что этот страх? Что там? Тяжело? А что тяжело? Что тяжелее всего? Бежишь от реальности в какой ее части? Вот тяжелее всего что? Ответьте сейчас себе на вопрос, вот тот, кто слушает. Что тяжелее всего? И это будет, например, или отношения. Что больше всего ресурса жрет? Или работы? Или еще что-то? Почему? Потому что я работу не люблю. Окей. Так, но я работаю, чтобы жить. Ты работаешь, чтобы жить, и из-за этого выматываешься и бежишь от реальности. Тебе что дороже тогда? Принимай угу. решение. То есть чуть-чуть навести порядка со смыслами здесь полезно было бы. Тогда человек понимает, а что его ведет. Люди часто не чувствуют, что их ведет страх. Угу. Страх заставляет бежать. У меня вот, кстати, не знаю, в тему это будет или нет, тоже буквально на днях что-то анализировал, у себя в голове сформулировал, да, по принятию как какой-то части решений.
Сейчас, у нас же нормально все слышно, да? А то я что-то смотрю там. Ребят, маякните, что нас нормально слышно. А то у меня что-то... Да, все хорошо. Недавно, знаешь, что проанализировал? Это вот про безопасный там внутренний мир. Возможно, это будет интересный совет. При принятии каких-то решений, да, вот что делать, я основываюсь на том, там, не на страхе, не на там расчете каком-то или еще что-то, да, а на том, какой опыт мне это даст. Насколько это интересный опыт. Насколько это прикольный опыт. Mm-hmm. Типа такой... Остаться дома сегодня, да, или поехать к кентам. О, типа, круто. Ну, типа... и ты выбираешь, получается, не просто поехать, а что это даст? Чуть типа... дальше смотришь, как... Да, офигенно. Какой экспириенс я от этого получу? Офигенно. То есть мы, в принципе, здесь вообще находимся для того, чтобы... наверное, да, чтобы получать опыт. Других вариантов я не вижу, что еще делать. Ну, по сути, да. По большому счету. Согласен. Вот. И ты вот смотришь, да, на ситуацию дальше. Так, если я останусь дома, да, я получу опыт... сна. Ну, я вроде выспался нормально, да. Опыт сна, это шикарно. Или там, да, опыт смотрения на стены вокруг, или там опыт смотрения сериалов Netflix, да. Если я поеду туда, это я встречусь там с людьми, может быть, мы куда-то поедем дальше, может, и это один хер насыщеннее и интереснее, чем вот это. Вот, именно вот с точки зрения того, какой опыт ты получишь дальше. Ну, это супер, ты описываешь взрослую позицию, это то, чем отличаются взрослые от детей. Офигенно, ну серьезно, да. Дети не понимают, что будет от их выбора, они там что-то выбирают, и все, не думая, находясь в моменте. А взрослые понимают, что дальше, вот это дальнее, чуть-чуть дальновиднее заглядывают, офигенно. Тем более, если ты понимаешь, что это в плане эмоций, чувств, для тебя важен опыт. Очень хорошо. Ну и вот человек говорит, что, типа, оставаться, ну, страх выбраться из своего уютного мирка. Да, но у себя в мирке, понятно, что наверняка там глубокий и интересный этот внутренний мир, вот, но ему тоже нужна внешняя подпитка для того, чтобы переживания внутри тебя, да, ты никуда не бежишь, ты никуда не убежишь из своего внутреннего мира, то есть ты в любом случае весь опыт, который с тобой происходит, ты воспринимаешь через призму своего внутреннего мира, ну, как-то так. Да. Здесь другая даже проблема, я бы обозначил, что ты в принципе не сможешь выбраться из своего внутреннего мира никогда. Ну, то есть субъективное восприятие, да. Это жестко звучит. Да, это звучит жестко, но мы все живем в своем мире, да, как мы в прошлый раз обсуждали, да, что мы все наделяем смыслами происходящего вокруг, исходя из нашего же опыта. То есть ты из своего мира никуда не денешься, не переживай. Я прямо сейчас вижу, Серег, сейчас какое-то количество людей отлучились в ларек за каким-нибудь алкоголем, таких, бля. Мы больше никуда не денемся, короче, пошли обезболимся сразу. Да, да, но ты можешь этот свой внутренний мир дополнить интересными всякими штуками из внешнего. Да. Ну, то есть принести разнообразие в это все, и у тебя будет больше игрушек, чтобы потом... Ты знаешь, зачем-то же он нужен, внешний мир, почему-то мы... Ведь у нас зачем-то тело. Вот здесь сразу же хочется сказать людям, которые любят долго побыть в себе и наедине с собой, и позалипать где-то вообще. То есть кино – это альтернативная реальность, а сериальчики – альтернативная реальность. Что мы там делаем? Книжечку почитать. Нам здесь неинтересно, там кайфовее. Почему? Ну, а зачем нам тело? То есть здесь тоже что-то есть. Я не к тому, что там, ну, это плохо, там, посмотреть сериальчик или что-то. Это классно. Просто здесь вот, это, наверное, к вопросу опять, как дозировать. Дозировать, чтобы было комфортно. Mm-hmm. Как только вы чувствуете, что вы закисаете в нереальности, или как только вы чувствуете, что вы не вывозите в реальности, нужно переключаться. Это, конечно, если не решать проблему. А если решать проблему, найдите пожирателя. Что вас ушатывает? Что пожирает ваши ресурсы? Mm-hmm. Вот. Что-то ушатывает всегда. Однозначно, или чувство ответственности, или давление времени, или давление необходимости, и так далее. А почему, допустим, бизнесмены, люди, которые зарабатывают деньги или имеют какой-то там жесткий график, они почему-то там бухают, они там употребляют что-то, еще что-то, они пытаются сбросить напряжение, находят такой выход. Мы не будем обсуждать, хороший это выход или нет, но если это работает, и человек дальше может работать, ну окей. Окей. Следующий вопрос. Играет ли какую-то роль во время гипноза эффект плацебо? А, да, это же было в прошлый раз. Да. Плацебо-эффект – это вообще другая тема. Плацебо, он такой… Плацебо или плацебо? Пласибо. Baby, did you forget to take your meds? Тут я есть несколько мнений. Friend in need, a friend indeed. Рассказывай. Плацебо, по-моему, правильно. Окей. Плацебо изначально откуда взялся, это
Насколько я слышал, во Второй мировой войне еще фашисты проводили такой опыт, где привязывали человека, фиксировали и показывали человеку горячую раскаленную монету, ну, с лица. Обходили сзади, человек уже не видел, что там происходит, и холодную другую монету прикладывали к спине, и тело реагировало ожогом. Это интересный такой эксперимент. Норм. Вот, этот интересный эксперимент, он связан с тем, что человек может влиять на свой организм почему-то. Блин, почему и как? Ну, сколько... А это реальный эксперимент? Да, реальный, да, абсолютно, да. Типа это как-то зафиксировано? Ну, у фашистов, типа, это было зафиксировано. Я с фашистами не очень тусовал. Не знаю, ну, говорят. Ты это точно не из телеграм-канала эту, ну, историю нашел? Не-не-не-не. Это то есть какое-то исследование? Уже не помню, где я это дернул, честно сказать. Но была такая тема. А сам по себе плацебо? Плацебо – это конкретный инструмент в итоге. Это вот переросло все в плацебо. Это конкретный инструмент. Он это таблетки. Плацебо-эффект – это таблетки и не самовнушение, их не надо путать. Технически правильно говорить, что плацебо – это плацебо, а самовнушение – это самовнушение. Вот, плацебо – это таблетки, ничего не содержащие абсолютно, это аскорбинка, глюконат кальция, которая дается человеку как новое лекарство, когда ему ничего не помогает, ничего. А такое случается с тревожными людьми, кстати. Есть такие люди с паническими атаками особенно, которые обследуются, медики ничего не находят, а люди реально чувствуют какие-то боли, что-то еще. А медики не находят ничего. Нет никаких ни тканевых, ни функциональных нарушений. Вот. И им дают вот такие вот таблетки. Хлоп, типа, на это... Ну, они не знают, что это плацебо. Uh-huh. Вот. Им дают, они принимают, и очень большой процент берут, да и выздоравливают. То есть есть такой это эффект самовнушения. Ну, на чем он работает? Еще, здесь еще такая тема, что если вот, ну, ты не против, да, что я... Не-не, нормально. Okay. Я водички бы, водички нет. Олег, а можно попросить, там на стойке вода бутылка стоит? Спасибо. Про самовнушение. А давайте вот прикинем просто, сколько процентов из проживаемого нами опыта, да, не является самовнушением. Ну, в целом, вообще. Ну, вот по большому счету. Мне кажется, мы столько всего себе внушаем и живем в этих... А, внушений очень много. Ну, так в проценте я, честно говоря, не скажу. Это очень... Ну, нет, это риторический такой вопрос. А. То есть, я к тому, что огромное количество того, что происходит с тобой повседневно в жизни, самовнушение в том числе. Ты влюбился в кого-то, это уже самовнушение, как будто бы, ну, мне так кажется. Ну, внушение, блин, это вообще, это борьба понятий, это вопрос концепции. Внушение – это то, что, во что ты веришь. Кто тебе это внушил, ты или кто-то, собственно, какая разница, да? Если это работает. Саша Анжело, все это вопросы веры. Да, здесь мы согласимся с Сашей на самом деле. Вот, а про плацебо закончу мысль, что это просто таблетки. А само самовнушение, оно делается по-разному, я сейчас могу написать, можно записать, то есть, ну, как практику, могу рассказать, как это делать, пусть люди проделают, да и делают себе сами внушения. Но мы записываем, почему бы рассказываем. Да, да, пожалуйста. Вот, я сейчас расскажу об этом. И по этому вопросу что-то надо, я не знаю, там гипноз и самовнушение. Гипноз и плацебо, да, я правильно же понимаю? Ну, насколько гипноз это... Насколько он связан с плацебо? Плацебо – это таблетки, ребята, да, это что-то другое. Значит, самовнушение. Ну, типа, эффект плацебо. Вот, наверное, так. Если я правильно понимаю... человек сам себя убеждает. Может быть. Если я правильно понял вопрос, то, типа, участвует ли человек в опыте гипноза, то есть не сам ли он это делает? Конечно, сам. Да, 100%. 100% сам, естественно. И я часто говорю во время наведения транса, говорю, что просто позволяешь этому происходить. Все. И вот это внутреннее решение человека позволить происходить чему-то, оно... Be. Да, just be. Да, колоссальную силу имеет. То есть у вас уже, у нас у всех, у каждого, представляете? То есть нам на самом деле это мало кто нужен. У нас у всех есть огромные ресурсы решить свои вопросы. Но сознание не даст этого сделать. И в этом вот особая фишка. Особая фишка, потому что сознание только отпускает. Человек в трансе, он сам идет, он просто отпускает себя. И я просто помогаю, навожу транс и увожу, и все, и вызываю специальные реакции. Все, дальше человек отпускает себя, у него само начинает происходить. То есть психика сама балансирует себя. Офигеть. Режим саморегуляции.
Супер. Происходит ли это без воли человека, от души, спасибо, Олег? Ну, а, кстати, вот и Олегом можно было бы спросить, то есть это как-то было какое-то без воли или там подчинение, просто есть стереотипы на тему гипноза, то есть ты ощущал какое-то там, не знаю, насилие там, или, я не знаю, это какое-то жесткое что-то было? Да нет, ну, было такое ощущение, что все под контролем, и если мне надо, я могу встать и уйти вообще в любое время. Да, но при этом вот так уносит, и в какой-то момент было ощущение, оно же почти физическое было, что ты как будто лицом ударился. Ну да, я же от этого и проснулся. Вот, то есть вот в чем как бы и прикол, потому что глубина транса, она нарастает, и она часто начинается действительно не с очень большой. Ты как бы все вроде контролируешь, все хорошо, но ты дальше идешь, и в какой-то момент ты уже не знаешь, где ты. И все, это не вопрос моего контроля над кем-то, я вообще как оператор, ну, никого не контролирую. Вот, а человек в трансе сам работает, и вот он раз и так прожил. То есть если у человека возникло физическое, вот у Олега возникло физическое ощущение удара, то есть это достаточно большая глубина транса. Это называется сомнамбулизм. Это присутствие в двух реальностях. Ты вроде как бы здесь что-то слышишь, не слышишь, но и там где-то, непонятно где. То есть только ты видишь эту реальность. То есть вот это и есть внутри себя. Вот, это называется сомнамбулизм. Вот. Ну, это такая история. Причем это очень хорошо работает. Спасибо, Олег. А еще вот у нас с тобой была такая, ну, своя практика. Мы в прошлый раз, я первый раз практиковал, это очень интересно. И у меня еще, наверное, остаточно еще дня два приходили вот всякие какие-то новые мысли, и всплывало то, что я не обратил внимания, возможно, во время самого сеанса, оно там через день, через два как будто приходило. Ну, здесь будет так же. Вот, походишь. А в этом и прикол, что в это состояние психика переходит, и какое-то время она в нем все равно находится фоново. То есть это саморегуляция, ее можно включить, но вот отключить ее, а ее и не нужно прерывать. Она еще доходит. Офигенно. То есть в этом, кстати, это одна из фишечек результативности вот такого вида гипноза, что работа дольше, чем сам сеанс. Вот это прикольно. И ты ходишь, как бы, ну, тебе никто ничего не говорил. Ты сам своим опытом просто неосознаваемо это перевариваешь. Блин, ну это очень круто. По сути, это близко же к опытам, типа айваски и так далее, только там, ну, интенсивнее в плане, концентрация больше. Вот. А здесь это растянутого времени. Вот, собственно, все. Спасибо, Олег. Вот такой вопрос. Может ли быть побочный эффект от гипноза? Была ситуация в юности, под гипнозом отдавала деньги мошенникам. Воу. А я помню, в там 90-е, да, ходили люди там всякие, и к нам домой даже, типа, постучались, отец открыл, и что-то начали там говорить, и он запустил их внутрь, и куда-то в дом пошли, что-то такое, пока кто-то не вмешался. Да, да, есть такое дело. Бывает такая херня. Да, бывает такая фигня, но, видите, гипноз – краеугольная тема просто. Гипноз сам по себе – это просто состояние. Он ничего не значит. Это просто инструмент, как топор или камень. Он никакой. От него не может быть. Ну, то есть, какой побочный эффект от топора? Ну, и можно зарубить человека. Но это же не побочный эффект топора. Это человек. Побочный эффект человека. Да, совершенно верно. Мы можем вообще говорить в этой жизни только про побочные эффекты человека. Угу. Вот. А такой феномен, да, бывает, встречается. От терапевтического гипноза такого феномена нет. Если не делается каких-то жестких внушений. Я мало работаю внушениями. Ты вообще не разговаривал. Я молчал, да, здесь в данном случае. То есть я не говорю там «тяжелые веки», там «упал», там еще что-то, ну, таким зычным голосом каким-то и так далее. Это не нужно абсолютно. Угу. Вот. А вот такие виды цыганского гипноза. У меня был преподаватель Михаил Романович Гинзбург, светлая ему память, очень интересный человек, доктор психологических наук. Не стало его некоторое время назад, к сожалению. Это звезда просто был гипноза у нас. Он говорил, что... Его спрашивали про цыганский гипноз, всегда это популярный вопрос. Он говорил, что есть такой феномен, есть, но мастеров на самом деле не так много. Очень часто люди, очень часто... Спасибо. Все, Олег погнал. И тебе давай. Спасибо, Давыдечка. Вот. Очень часто люди, на самом деле, он, по крайней мере, говорил, я не знаю, тут не могу ничего сказать, но мне почему-то вспомнились его слова, я лучше скажу. Очень часто люди отдают деньги и списывают это на гипноз. Вот. Это второе дно в этой теме, что ты как бы побоялся сказать нет или что-то. Ты Да, я был под гипнозом. Есть и такой феномен. Я просто хотел об этом сказать, я не говорю ни в коем случае, что это у вас, я не знаю ваш случай. Но такое бывает тоже. Это бывает тоже. А что касается самого гипноза, есть еще один момент. Как понять, что ты находишься в этой теме, да, что ты под влиянием находишься? Это очень сложно понять, пока ты находишься. У людей есть иллюзия контроля. Вот Олег сейчас, кстати, тоже говорил, что он все контролировал.
Но когда ты все контролируешь, у тебя не появляется физического ощущения, что ты лицом об пол ударился. Это, ну, достаточно ярко, скорее всего, да? Есть у нас, наверное, те, кто ударялся лицом об пол, профессионалы в этой теме. Вот, это очень яркое ощущение. И может ли оно возникнуть под контролем? Понимаете? То есть там есть такой момент перехода от контроля уже не под контролем. Да и вообще не важен этот контроль. Сознание всегда думает, что контролирует. А как понять, что ты находишься в этом состоянии? А там есть, знаете, такое... Вот такие виды транса, типа цыганского, это как, знаешь, такой, типа, там, Серега, такой, ага, где ты в этот момент был? Ты такой, что-то отлетел, не знаю, задумался, улетел, чуть-чуть такая завороженность, ты как бы в одну точку смотришь и как-то все задумался, типа, о чем ты думал, ты даже не знаешь, о чем ты думал, потому что ты не задумался. Это состояние паузы, это и есть транс. Вот так, именно вот это ощущение, если запомнить, вот часто такой вид транса используется на улице. И что они делают? Они смотрят в глаза. Кстати, было видно в видео, да, я тоже смотрел в глаза Олегу. Есть такой вид гипнотизации, он называется фасцинация. Фасцинация, и что интересно, он на животных даже работает. Котики, собачки, да, обезьяны. Котики, собачки? Да, да, абсолютно. О, у меня есть кот, его надо загипнотизировать, чтобы он не царапался. Не знаю, я тут... А был же? Был же, почитай книгу, займись им. Есть книга этого самого, как его, господи, в прошлом веке жил известнейший дрессировщик. Кукучев? Не-не. Хотя Кукучев коптит еще, а давай, а с чем там есть? Они кислые. Апельсины какие-нибудь есть? А, они вот такие. У меня такую только одну было. А. Все. Вот. Как же его звали, блин? Забыл. Книга вылетела из головы. Это единственный дрессировщик, который не бил животных, дрессируя. Он их взглядом дрессировал. Да, очень интересно. И он описывает, как это делает в своей книге. Оставлю занавесу тайны, да, это прямо описано, потому что я не вспомнил его фамилию. У меня бывает такая проблема, к сожалению. Мы это мармеладки кушаем, извините. Так, мы ответили на вопрос? Я что-то затроило. Будем надеяться. Такой вопрос. Есть ли какие-то особенности мышления у творческих людей? Есть ли у них какие-то отклонения? Сложности. В чем разница? А это больше к Сергею вопрос, наверное. А я вообще... У меня вот, знаете, какая тема? Я понятия не... Ну, поскольку у меня, опять же, как у всех, субъективное какое-то абсолютное восприятие, да, у себя. Ну, типа, для меня все, что происходит у меня в голове, это норма. Вот. И... Это Краснодар, слышите, музыка с улицы, из тачек. Вот, то есть для меня это нормально, я не знаю, является ли это какими-то отклонениями, ну, какие-то, какой-то мой формат мышления, да. Потом мне очень сложно, наоборот, наверное, нужно снаружи говорить, извне. Ну, насколько я... Ну, внутри системы сложно оценить ее. Я понял, окей, тогда хорошо. Я думаю, что они отличаются тем, что люди творческого плана, они отличаются трансовостью своей. Если у них нет способности трансовать... Ну, то есть быть где-то... Вот как ты говорил, что ты пишешь, и потом думаешь, блин, короче, как я это написал? Типа, вообще, я ли это был? Потому что ты становишься в этот момент как будто чем-то. Ну, проводником чего-то, да, ты что-то ловишь. То есть ты как канал чего-то вообще. То есть ты просто позволяешь тому быть, грубо говоря. Вот да. Да. Вот. Чем, когда пишешь, чем меньше думаешь... Вот, потому что сознание не надо там. Я там, ну, сажусь что-то написать, и... Как только появляется первая мысль о том, там, как это воспримут, или там, бля, зайдет ли это в ТикТоке, понимаешь, сразу все идет по пизде. То есть сразу торможусь, только все, нахер так. Да, ну это к вопросу сознания, да, сознание нужно не везде, сознание вот в творческом процессе, оно мешает. Сознание нам нужно там где-то, типа, женщина садится в машину там с 10 крепкими мужчинами в 12 часов ночи и такая, вот здесь нужно сознание. Как мы сюда поместимся, тут вот такое... здесь стоит подумать. Да. Да, интересно, чем закончится этот вечер. Вот здесь было бы полезно сознание, да. Вот, а потому что знание... Пацанам тоже интересно. Да, а пацанов, по-моему, все хорошо там, в этой ситуации. Вот, тут нужно. А так вообще, да, тут это однозначно транс у творческих людей. Это первая особенность. То есть способность трансовать, способность отпускать себя в творческий процесс, способность... Ну, именно это дает выразить себя. Потому что выразить себя там словами или выразить себя в картину, выразить себя в какое-то искусство, ну, сознательно это сложно, это... Опыт отпускания однозначно. И очень часто у этих людей есть какие-то проблемы, которые они сублимируют. Ну, Фрейд об этом еще говорил. То есть есть какая-то энергия проблемы, что я имею в виду.
какая-то эмоция, она может быть подавлена. Страх, боль, не знаю, там, тоска, уныние. И человек хочет это выразить. От полноты этого чувства он творит. Он не может не творить. Он научился это сливать, переливать, компилировать. Ну да, да. Это вот в этом смысл. То есть у него нарастает какое-то напряжение, и приходит вдохновение. И он понял, как это выразить. И вот, кстати, к гипнозу тоже это имеет отношение, что в трансе там некоторые движения возникают. Это способ выражения того, что он чувствует. Вот сейчас Олег лежал, у него пальцы шевелились почему-то, он там что-то делал. Вот. Может быть, он в этот момент цепи вот эти рвал, я не знаю. Колючки, да. Да. Но мы их не видим, но он их видит. Он проживает этот опыт. Вот. И вот это происходит как раз переливание какой-то, грубо говоря, энергии проблемы в, ну, во что-то, в действие. И это действие освобождает. Так же, как в творчестве это действие освобождает. Там же есть вот это, у тебя есть кайф, когда ты вот что-то написал и такое. Да, если я заканчиваю трек, да, или начинаю трек, который мне нравится, это для меня прям на неделю, ну вот 4-5 дней я в охеренном настроении, на энергии прям. Вот, супер, супер. Классно, видишь, вот очень хорошо, видишь, у нас такой союз получился, потому что у тебя опыт интересный в этом плане. Почему энергия? Потому что сил становится больше, когда ты снял внутреннее напряжение, оно же за счет тебя и питалось. Ты там сублимировал, выразил это все, ну, я с точки зрения психологии имею в виду, и у тебя становится больше сил. То же самое происходит там от консультации или от каких-то практик, ты как-то лучше потом себя чувствуешь. Почему? Потому что ты сбросил груз. А потом ты балансируешься опять в какое-то, ну, среднее там свое. У меня вот была почему задержка с альбомом «Новый». И тур потом мы первый раз переносили из-за этого, и альбом я доделал, потому что ничего не происходило в жизни, понял? Ну, то есть никаких переживаний. Мы классно жили в Москве, стабильно получали бабки, зарабатывали, все хорошо, штиль такой, понял? Плюс я тогда еще очень много практиковал в плане медитации и так далее. То есть успокоил свой ум максимально вообще. И потом такой, ну пиздец, а писать не о чем. Ну, ты мощно выплеснул что-то, грубо говоря. Да. Это дало хороший отклик, кстати, потому что все настоящее дает хороший отклик. Это тоже вот оно, потому что, ну, туда же без хуйни, чтобы, ну, без всякой, тебе просто надо там сделать. Ты берешь, ты выражаешь, и это становится настоящим. Ну, я не творческий человек, у меня там свои примеры сейчас из жизни перед глазами, где я вот делал то, что мне говорят, типа, это не работает, это не сработает. А мне что-то чувствую, что мне туда, я так делаю. Интуитивно. Да, и вот я это называю чувство пути, где ты идешь своим путем. И это великолепное чувство, от которого ты не заблудишься, то есть ты раз, вот, и вот выражаешь что-то. Да, но мне получается тогда, да, косяк такой, что если переживания заканчиваются, то... Да, у меня, по крайней мере, так, я хотелось бы научиться по-другому, я пытаюсь. Вот, но потом начался ковид. Знаешь, я как призвал такой, типа, и все пошло по пизде. Вот, и сразу, опачки, эмоции, переживания, бабки заканчиваются, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, кризисы всякие и так далее. И да, это дало, и опять же, вот сублимировал все в альбом. Продолжая про творческих людей, тут я, видимо, в общем, как избавиться от жертвенности, насколько это реально, если оба родителя творческие, это та же девушка пишет, и обоим присуща жертвенность, которую они выражают в творчестве? Честно сказать, это поработать со специалистом будет. Ну, здесь советиком не избавишься, потому что жертвенность – это результат научения. Перебить сильное научение просто советиком. Я могу. У тебя есть что-нибудь? Да, 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 да. «Радикальное прощение», книга. А, тебе зашло? Не, я, ну, не, я знаешь, не читал, да? У меня много, да, я знаю, много клиентов приходили, которым... Ну, ко мне приходят те, кому не помогло, кто не помогло, кому помогло, видимо, они не приходят, поэтому у меня такое немалое количество людей, которые... Ну, у меня там еще лежит радикальная сама... Есть книга, мне ее подарила девочка из съемочной группы на песнях, «Радикальное прощение». Название отвратительное, ну, то есть... Я сразу, что, я ни на кого не обижу, ничего, но там предлагается классная концепция, то есть я не знаешь, как сказать, не говорю, что это книга решения всех проблем, да, и вообще супер классная, и там чувак, более того, он в самом начале говорит, ребят, я не утверждаю, что вот это вот все так и есть, да, это просто... Еще один взгляд на происходящее, на жизнь. Попробуйте, если вам это поможет, кайф. Не поможет, ну, сорян. Ну, это очень адекватно. Да, вот, и там идет интересная концепция, и если она действительно приживется у вас, супер, почему нет? Ну, то надо книгу прочитать, да.
Но для меня это, знаешь, как что? Это, опять же, все больше сместило мое восприятие в сторону, не знаю, как это сформулировать, понимание того, что мы здесь все получаем опыт. Понимаешь? Mm-hmm. И подтолкнуло к, ну, там, к дальнейшей работе там, да, над собой, но к пониманию того, что даже самое... жопная ситуация в жизни, да, можно нырнуть в нее с головой и быть в позиции жертвы, да, а можно, типа, воспринять это как тренажер, понимаешь, то есть мы ходим в зал качать бицуху, да, а тут в жопе какой-то, ой, в жопе какой-то кризис, хотел сказать, в жизни какая-то жопа, какой-то кризис, да, и можно впасть в уныние и тормознуться максимально, а можно подумать, о, нифига себе квест, а ну-ка попробую-ка его пройти. Или а как его пройти? А что из этого я вынесу? Понимаешь, ты идешь в тренажерный зал, ты таскаешь тяжести, напрягаешься, да, но у тебя там бицуха растет. Вот. И здесь та же самая тема. То есть ты встречаешь кого-то сложного человека, который тебе там всю голову уже, сами понимаете, что сделал. Вот. И то есть можно вот по одному воспринять это, да, можно воспринять это, о, нифига себе, мне тут тренажер попался, да, типа, а ну-ка, попробуй-ка я остаться нормальным человеком, общаясь с ним, и не вести себя как говно, например, и так далее. Вот, а позиция жертв, ну, в общем, попробуйте, радикальное прощение, возможно, поможет. Извне, опять же, я так понимаю, девочка спрашивает про своих родителей, что у них там жертвенность и так далее. Ну, если это семейная традиция, поэтому я сразу и сказал, что это, скорее всего, здесь есть опыт научения многолетний, где вы видели, как это происходит, где вы это впитали, понимаете? Вот, а наш мозг очень интересно устроен. Он в детстве хорошо впитывает, а во взрослом возрасте этим пользуется, и очень тяжело его переучить самостоятельно. Вот как раз там в радикальном прощении классные примеры про детство. Ну окей, да, если зайдет, хорошо. Здесь есть еще один момент важный. Это так называемая в психологии называется вторичные выгоды. А вторичная выгода – это что ценного я в этом получаю, собственно. А зачем я жертва? Окей. Ну, просто потому, что родители, хорошо, да. Ну, хорошо, даже если я просто потому, что родители часто в позиции жертв, то зачем? Это что дает? Чувство родства? А, окей. А, если будет чувство родства просто так, если тебе не нужно быть жертвой, чтобы быть, ну, там, дочерью своих родителей, что это поменяет в твоей жизни? И вообще, когда ты жертва, что позитивного тебе это дает? Может быть, это дает любовь. В форме жалости, в форме внимания. Ну, родителям пишут, что творческие люди наверняка это дает творческий импульс какой-то. Возможно, страдания, да. Есть такие люди, есть тип людей, такой трагические романтики. Они очень тяжело переживают постоянно. И они очень тонко чувствующие. И вот им подходит как раз, можете почитать, есть такая штука, эннеаграмма называется. Эннеаграмма – это 9 фигур, типов личности. Она очень древняя, кстати. Вот. И там один из типов – трагический романтик. Посмотрите, вот, почитайте, возможно, это про ваших родителей, возможно, и про вас. Тогда это жизненный путь, и его лучше просто понимать, ну, понимать свои особенности. Это действительно чувствительные люди, они чувствительны к негативу и вообще ко всему. И за счет вот они как бы, у них, знаешь, какой главный принцип, типа, я чувствую, значит, я живу. Вот, поэтому они, ну, страдания – это часть их жизни. Ну, и нормально, вот, ну, как бы, если это более-менее комфортно. Вот. Если это некомфортно, это другой вопрос. Я повторюсь, насчет специалиста поработать и самостоятельно просто понять, а что это вам дает? То есть зачем я жертва? С тем, чтобы что? Ну, у него родители, ты их понял. Да, я понял, да, жертва. Ну, она что же, я так понял. Да? Ну, судя там по трио. Да, судя, ну, по 5 сообщениям, по 4, да. Ну, нормально, бывает, бывает. Вообще, в принципе, все, что происходит в жизни, нормально. Если вас это просто беспокоит, задайте себе вопросы, зачем мне это? Что я получаю? Что я потеряю, если я перестану быть жертвой, понимаете? Я, может, внимание потеряю. Я, может быть, не знаю, как по-другому. А как по-другому тогда возможно? И здесь можно простроить альтернативный сюжет своей жизни. Если он вам нравится, вас автоматически туда потянет. А другое дело, что если почему-то интуитивно будет казаться, что все равно важно страдать, ну, это возвращаемся к пункту поработать со специалистом. Интересно мнение психолога насчет когнитивно-поведенческой терапии. Есть ли польза, и может ли человек, применяя ее без помощи психолога по учебникам, вырулить из депрессивного состояния или тревожности?
к когнитивно-поведенческой терапии отношусь хорошо. Это что такое? Когнитивно-поведенческая терапия – это очень… Я думал, ты меня спрашиваешь. Это же хорошо, что это, кстати? Это такой вид психотерапии, он очень… Не хочется никого обидеть, да. Ну, раз мы говорим открыто, да, мы общаемся, тут же мнение важно. Мое мнение – это он скучный, он работающий и скучный, к сожалению. В нем нет романтизма никакого. Ну, когнитивно-поведенческая терапия сводится к тому, что мы чувствуем себя так, как думаем. Мы заменяем мысли, соответственно, меняются наши чувства. Все. Если ты все время тревожишься, что ты думаешь, чтобы тревожиться? Какой мыслью ты себя тревожишь? Ну, там, я умру. Окей, думай эту мысль почаще, там, потом тебя вообще трясти начинает. Окей, значит, когда ты думаешь эту мысль, тебя трясет. Поменяем кое-что. А какую другую мысль ты мог бы думать? Или что бы ты мог себе ответить на эту мысль? Какие контраргументы есть? Ну, например, ну, мы все умрем, но пока мы живем. Жизнь длиннее смерти. Ну, и так далее. Тын-тын-тын-тын, накидали каких-то моментов. И каждый раз, когда автоматическая мысль вот такая возникает, типа, например, мы все умрем, вот, мы раз и контраргумент себе. Вот этим занимается когнитивная поведенческая терапия. Она учит обращаться со своими мыслями, находить негативные и заменять их на позитивные. Она очень хорошо работает, это единственный вид психотерапии, которые заморочились и клинически подтвердили его, ну, то есть провели испытания и так далее. Все остальные не стали париться. Хорошо работает, классно. Вот насчет самостоятельного меня всегда смущает, честно скажу. Не потому, что я там как-то заинтересован, может быть, там, чтобы люди обращались к специалистам, а мне клиентов хватает. У меня вспоминается сразу же психолог, у нас был психологический центр, и я набирал людей, психологов искал, и я помню, там была женщина, которая сказала, что она отучилась на психолога. И я говорю, а повышали квалификацию? А психолог все время повышает квалификацию. Она говорит, нет. Я говорю, а почему? Ну, она говорит, я не нашла достойных. Я говорю, ну нормально. На нашем небосклоне, отечественном и зарубежном, видимо, тоже, мне тут не оказалось достойных для такого уровня ученика, учителей. Окей, хорошо. Я говорю, ну ладно, а сами к психологу ходите, это называется супервизия. Психологи тоже ходят к психологам, ну, чтобы быть в адеквате, чтобы планочка не упала, и человек вот такой раз, и не в курсе даже, думает, что помогает, а он уже давно не помогает людям. Она и к психологам тоже не ходит, говорит, а тоже не нашла достойного, понимаете. Вот, и так вот потихо, и такой специалист будет принимать. Вот это к вопросу, могу ли я помочь себе сам. Вот там можно наломать дров. Человеку нужен человек, это дает объективность. И не стесняйтесь работать с другими людьми, вы быстрее получите свои результаты, у вас останется больше времени на лучшие вещи. При этом другая крайность, конечно, вот, ходить все время к психологам, ничего не решать самостоятельно. Попробуйте решить самостоятельно, оцените прогресс. Походите к специалисту и сравните. Вот, собственно, все нужно выверять практикой, я считаю. Тема рабочая. Что является самым важным фактором гипнотерапии? Альянс. То есть? Ну, нечего добавить. Подходит ли тебе специалист? Ну, а ты специалисту? Примерно, да. Сложился ли у вас альянс? Доверие. Если вы доверяете друг другу, все офигенно. Гипнотерапевт, гипнолог, он не подавляет никого, он не является суперсильным и побеждает каждого и проблему каждого. Это полная иллюзия из кино вообще. Гипнолог может провести все. И как бы если у вас альянс есть, и чем сильнее альянс, тем мощнее проблемы вы можете решать. Это офигенно. Доверие – это самый мощный инструмент в гипнологии, честно сказать. Могу ли я повлиять на успех поставленных целей с помощью терапии и гипноза? Конечно. Да, кстати, и здесь к вопросу, я же говорил, я самовнушение покажу, как делать. Офигенно, да, вот сейчас как раз сюда вот так же вы и сможете повлиять, и для всех тоже пусть будет. Тема очень простая. Она работает не на мистике, а на особенностях работы мозга. Наш мозг понимает некоторые вещи как факт. То есть ты, Сергей, это факт. Похоже. Это многие знают, да. Ну, для нас это факт. Вот, я Алексей, это тоже вроде как факт. Хотя тоже ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Мы тут, вроде как. Ну и так далее, и так далее. Это факт. То есть мы сейчас ведем диалог в прямом эфире, в телеграм-канале. Все это факты. Я сейчас перечисляю факты. Когда я перечисляю факты, мозг каждого из нас, мой, твой и всех слушателей, понимает это как перечисление фактов. И вот среди этих фактов нужно вставить внушение. Таким образом, он его воспринимает как факт тоже. Как это делается? 3-4 факта называются, после чего один не факт. Но это не на себя работает, для кого-то, да? Для себя, для себя. А, ты себе? И для себя, абсолютно, да. У нас тоже есть мозг точно так. Ты же понимаешь, что это не факт. А это без разницы, неважно. То есть мы берем 3-4 факта, техника называется 4+1. Ну, она 3+1 хорошо работает, 4 многовато. 3 факта берем, допустим, что вот сейчас там 9 часов вечера, вы слышите мой голос. Мы разговариваем с Сергеем, и от этого можем чувствовать себя комфортно и хорошо. Последнее – это внушение, предыдущие факты. И это внушение провалилось в любом случае. И продолжаем, заходим на следующий круг. Вот, я сейчас рассказываю, как делать внушение.
мы в прямом эфире, я подраскрываю какие-то секретики и делюсь ими. Соответственно, у вас это внушение будет получаться еще лучше. Это тоже внушение, я сейчас сказал в конце. Все предыдущие опять факты. Ничего такого из ряда вон выходящего. И хорошо работает. И кругами, 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 кругами. И вот так, собственно, это делается. Делается в таком варианте. Есть там посложнее чуть алгоритмы, но мы, наверное, сейчас заморачиваться не будем. 4 плюс 1 просто делайте кругами. То есть я сижу на стуле, просто вечерком, например, у себя там где-то в каком-то помещении, слушаю голос и, например, становлюсь увереннее в 2 раза или в 3. И, например, заходим на следующий круг. Именно потому, что сегодня у нас что, понедельник, вечернее время, мы в Краснодаре, люди слушают нас, возможно, в другое время и тоже нас слышат. У них эта техника получится еще лучше. И поехали. И вот эта пластинка катается, катается, и все. И вы увидите, что, как ни странно, это хорошо работает. Если вы при этом еще закроете глаза... Типа NLP, да? Ну, это эриксоновский гипноз. Вот это из эриксоновского гипноза и из NLP, да. Да. Потому что NLP стырили у эриксоновского гипноза очень много чего. Ну, научились, так сказать. Ну, пробуйте, работайте, это работает. Говорят, в течение дня человек неоднократно впадает в состояние кратковременного транса. Так ли это? 100%. Да, мы в прошлый раз об этом говорили. Как мне побороть депрессию? Обратиться к специалисту, если этот вопрос уже возник. Ребята, как понять, что у вас депрессия? Сдаете для тест. Начала понять, да? Да, тест на депрессию «Шкала Бека» онлайн, заполняете и все. Просто их там полно везде, где угодно. Он автоматически считает там вам сайт. И все, вы смотрите свои баллы, и там будет написано. Если есть депрессия, и об этом будет написано, и тяжесть тоже будет определена. Не нужно заигрывать с депрессией. Депрессия – опасное состояние тем, что она очень вязкая. Депрессия не проходит сама. Для тех, кто думает, типа, да, ничего, перетопчусь, вас потом догонит. Чем опасна депрессия, что из нее не выходишь сам, раз. Это психиатрия, к сожалению, два. И если долго торчать в состоянии депрессии, начнут подключаться другие расстройства. Вот три. Вот эти вещи лучше знать. Я не стремлюсь напугать, хотя это тоже, но лучше своевременно на все реагировать, тогда у вас будет все хорошо быстрее. Еще интересно, сталкивался ли Алексей с сеансами регрессивного гипноза, где помимо путешествия в прошлой жизни было общение с высшим я через клиента? Если да, что думает об этом? У людей сильно меняется тембр голоса и манера изложения мысли, причем они не контролируют этот процесс. Испытано лично, есть мнение? Да, есть регрессивный гипноз, да, такое есть. Я стараюсь держаться в чертогах разума, вот, чтобы сильно не уходить в эти вещи. Вот. Но такое есть, такое происходит. Я чуть было очень хотел попасть однажды. Как мне посоветовали, что у нас в Новосибирске есть какой-то дедушка, который как раз регрессолог. Но он сказал, что он сегодня с внуком сидит и не сможет. Ну, видишь, что-то высшие силы отвели тебя. Да, потом я передумал. Ну, окей. Видишь, ну, я для себя это... Не судьба. Ну, а там есть у регрессологов, видишь, регрессия – это, ну, такая тема, она выпадает за психологию, это уже скорее парапсихология. Регрессия, на самом деле, регрессивный гипноз, любой гипнолог может делать регрессии, любой. Просто не все в этом видят реальные прошлые жизни, понимаешь, мы же не знаем этого. Да, выдумка может быть. Может быть, да. И причем для меня это 50 на 50. Я вообще стараюсь держаться в 50 на 50. Это лучшее. Срединный путь. Да, 100%. Вот, вот в это, здесь 100%, да, в остальном как бы, потому что что-то не знаю как-то. Да, меняется тон голоса, тембр, да, у меня происходят, я в прошлый раз говорил, спонтанные регрессии в основном, я специально не гоняю в прошлой жизни, но это тоже можно делать, но не всегда в этом дело, просто для решения проблемы не всегда нужно лазить там. И то, что там происходит, вот этот опыт, он может быть, но, как его сейчас написали, скажем, эксцентричный. Вот, если меняется тон голоса, видят там каких-то сущностей и все остальное. Но это реальный опыт, очень похож. Но когда мы принимаем какие-то вещества, там тоже реальный опыт, например. И является ли это правдой, да фиг его знает. Это субъективно все. Вот, собственно, как-то так. То есть, да, это есть, феномены есть. Более того, терапевтически это работает. Люди могут исцеляться от чего-то. Меня смущают в этом люди, которые свято в это верят. Очень. Абсолютно. Да, то есть, ну вот, меня всегда смущают люди, которые свято во что-то верят. Да, вот меня тоже. Это, да, это фанатизм, а он всегда какой-то... Ну, у меня вообще, в принципе, по жизни я терпеть не могу, когда люди делают какие-то категоричные заявления по каким-то темам, которые настолько абстрактны. Ну, то есть... Там есть какое-то напряжение, значит. Почему человек так нервничает из-за этого, да? Ну, окей, хорошо, ну и бывает всякое. А почему ты нервничаешь так сильно?
Вот позадавать себе вопрос, а что тебя так привлекает? Теперь я себе позадаю вопрос, а что меня так это бесит? Да, да, а что, ну, как бы, ну, что-то значит в этом есть. Потому что это всегда компенсация. Мы, не помню, в прошлый раз говорили, нет, про компенсации. У нас опыт, опыт так устроен, что случается какой-то негативный опыт, и потом нужна компенсация, что-то с этим, да, сделать. Вот. И от этого человек потом забывает, и все. Вырабатывается компенсация, и человек почему-то становится фанатичен в какой-то теме, для него становится архиважно что-то. И посмотрите, у каждого есть же поговорка, да, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот это результат как раз этой компенсации, это результат какого-то травмирующего опыта. А про регрессию завершу мысль тем, что я был в регрессиях, у меня есть такой опыт, причем я был в спонтанной регрессии, это куда интереснее. Вывалилось, да, неожиданно. Да, я тебе хочу сказать, это такая себе история. Я два раза ходил в этот опыт, так меня до конца и не отпустило. На третий раз мы там как-то его перемололи, и, собственно, я тему так чуть подзакрыл, потому что я понял, что это вообще мощно. Я там где-то какой-то, мне там 12 век мне там виделся, да. Я там сдох на каком-то поле боя, вот, валялся, потому что самое обидное, сдохли все, вот, и никого не осталось из тех. И, а ты не пытался... как-то какие-то факты поискать. Что там в 12 веке, где там было? Да не, я стараюсь. Для меня это метафора, но само чувство очень интересное, потому что я когда от этого восстал, из этого состояния, потому что у меня такие, типа, все, давай, пошли, возвращаемся, я такой, нихера. Полежу я, еще. Я говорю, на да, поле. Да, у меня закус, короче, произошел, меня же там замочили. Я говорю, а мы еще не закончили. Короче, прикинь, да. И меня так оттуда дергают. Я говорю, подожди. А у меня минуточку. Такой, да, мы тут сейчас, я порву сейчас. А мне нечем их порвать, я там валяюсь. Просто короче, такая тема. Ой-ой-ой, я до сих пор помню, что я вышел, и у меня такой, знаешь, воинственный настрой какой-то еще прет, потому что... Вот шлейф такой остался. Я в лифт зашел, ну, с людьми, там, с которыми я там учился в группе, они такие на меня смотрят, такие раз, отшатнулись немножко от меня. Говорит, слушай, говорит, от тебя, меч говорит, спрячь. Что-то, да, говорит, что-то от тебя, говорит, типа, не это самое. Я потом в магазин захожу, понимаю, что как-то раз люди как-то так тоже реагируют, то есть, и у меня такое какое-то чувство, как будто я вообще не отсюда. То есть, это вот гипнотический феномен. Конечно, внутри это абсолютная реальность. И ты знаешь, я оттуда... Здесь я хотел бы просто поделиться, потому что это важная такая штука получилась. Я оттуда вынес такую вещь, что там было какое-то, знаешь, было боевое братство, видимо, или что-то, ну, такое чувство. Сейчас такой дружбы нет. Вот, я нигде не могу даже, знаешь, хоть бы какую-то, ну, хоть что-нибудь даже объяснить это чувство. Чувство, знаешь, бывает тяжело выразить. И вот, и там вот такое, знаешь, там не возникает вопроса, надо, вот, то есть там какая-то вот, ну, какая-то, не знаю, что это было, какая-то боевая команда, не знаю, там воины, там, не знаю, что-то. Типа там надо умереть, да не вопрос, друг за другом. Да, друг за друга, то есть это не то, что, знаешь, мы живем в мире, где полно информации, полно технологий и всего остального, но у нас куча сомнений, там сомнений нет. Вот что удивительно было. Без сомнений. Сдох и все. И другие за тебя сдохнут, если что. Там, знаешь, абсолютная вера в правильность какой-то очень простой концепции мира. Вот это очень интересное чувство, которое я оттуда вынес, и мне стало тоскливо, что, боже, я же в этой жизни такого не встречал. А я вот очень часто читал, что люди, которые прошли какие-то боевые действия, они вот о чем-то похожем говорят. Что есть четкое понимание, что делать. Да, есть четкие цели, четкие задачи. И... Я не был, не был участником, ты знаешь, но я очень это прочувствовал, прожил. Я потом еще раз туда возвращался. И знаешь, с чем на самом деле произошел прикол? Просто вот этот опыт, он был интересен тем, что у меня, знаешь, как зашло, это спонтанная регрессия. Ну, вот как изнутри это выглядит. Если интересно, можно рассказать, да, как да, изнутри. Да, как. Да, да. То есть там идешь в прошлое, там разные техники, то есть ты шагаешь назад в трансовом состоянии, в таком легеньком даже. Даже в легеньком достаточно. На самом деле, ребята, не нужен глубокий транс. Он сам, если что, разовьется. Вот как у Олега, он потом раз углубился в нужном месте. Не надо его все время было углублять. Он сам все сделал, все классно. Поэтому легкого транса достаточно. Вот, его не нужно недооценивать. Вот. И вот так легко-легко-легко что-то я шел физически. Мы шагаем назад, и вот, короче, раз, шаг, и что-то раз какое-то ощущение поймал. Ты физически шел? Да, физически я делаю шаги назад, а у нас это бессознательное, кстати. Вот невербальный гипноз, он очень хорошо объясняет тело.
мы когда назад шагаем, мы интуитивно, не специально, мы начинаем, у нас линия времени, ну как сказать, хотел сказать, сзаду наперед, ну то есть по направлению вперед идет. А когда ты шагаешь назад, ты реально как будто в прошлое. Почему говорят, шагнуть в прошлое, я не делаю шагов назад. Угу. Мы бессознательно палим, что мы действительно воспринимаем так время. Шагаешь вперед, это линейность. Да, линейность, да. И по этой линии просто пользуемся мы вот этим форматом мозга, вот этим инструментиком. Раз-раз-раз назад, и меня что-то чувствую, какое-то чувство такое неприятное, что-то раз, меня что-то в 3 года вначале закинуло, годика 3 мне, я что-то на полу там сижу. Какая-то такая картинка есть, и какое-то переживание непонятное, такое тяжелое-тяжелое. А потом у меня начинает что-то в голове звучать такое, типа «их нет». И меня, короче, вот невербальный гипноз, он иногда происходит с судорогами. Угу. Это вот, ну, визуально это так себе выглядит. Это все впечатляющие вещи обычно выставляют судорожные реакции. Они не у всех такие, и не всегда. Это в определенной ситуации происходит. Вот, и начинаются судороги. То есть меня начинает трясти, трясет. И вот мысль, и трясет сильно от этой мысли. Потом тишина. Мысль, и опять трясет. И вот это «их нет». И потом у меня какая-то темнота такая «их нет». И тоскливо. Сил нет просто вообще тоскливо. Я думаю, кого нет? Их больше нет. И меня колбасит потом. Их никогда, ну, их больше никогда не будет. И такое, знаешь, как что-то обрывается тяжело. И потом вот я понимаю, что я нахожусь в каком-то, знаешь, такое вот немножко такое серое, растворенное такое пространство. И я понимаю, что серое, железо, грязь, лязгание какое-то, ну, типа, судя по всему, это бой какой-то вокруг. И я понимаю, что вокруг вот это сужается кольцо, и те, кто со мной были, вот мы там что-то, сражение какое-то, все. И я понимаю, что их нет. Я их не вижу, я их не чувствую больше. Нет живой души никакой рядом. Я один остался. Ну, а этих ребят еще полно. Смерть не страшна, я умер без проблем. А потом осознание того, что их нет. За пацанов обидно. Да, да, вот это, знаешь, я даже не могу, я их почувствовать даже не могу. Я не могу за них отомстить. И у меня было, знаешь, ощущение, что я щупаю рукой, ищу меч, а я не могу, мне нечем. И у меня, и мне говорят... Там со мной работают, у меня проблемы с ногами, ну, со здоровьем много. Там вены, там все какое-то такое. Мне говорят, шевели ногами, а я не могу сказать, что у меня их нет. Вот. Я пытаюсь сказать, их нет, и, ну, а я глубоко пробрал уже все, я, короче, такой, их нет, и мне типа шевели, а я не могу, мне нечем шевелить, я пытаюсь рукой нащупать какой-то там меч или что-то там, ну, естественно, это же транс, вот. Я там не мог его нащупать, и, короче, не похоронили, и вот это вот очень дико, что я лежишь, и их все нет, и ты не можешь ничего сделать. И у меня, я помню, знаешь, у меня такой закус был, что типа... Хочется отомстить. Я, знаешь, в момент смерти там был такой момент, что, типа, это и была, видимо, основная точка напряжения такая, что, типа, я даже типа, когда, несмотря на то, что умер, я их оттуда достану. Я выпью их жизнь оттуда просто, понимаешь, вот это... Ни шагу назад, вот такая, знаешь, вообще. И поэтому я там остался. Ярость. Да, абсолютная ярость. У меня было ощущение, что небо трескается аж вокруг, все, понимаешь. Такая сила, которую ты не можешь никуда приложить. У тебя нет ни точки опоры, ни тела, да, ничего, чем ты можешь это сделать. И очень долго я вот дышал, что-то пытался делать, чтобы это отпустить, потому что надо признать свое бессилие. Ты не можешь этого сделать. У тебя другая концепция. Ты не умеешь это делать, все. И это вот очень интересный такой опыт. До сих пор некоторые вещи для меня открыты в этом. Вот. Но это мой опыт регрессии, он произошел спонтанно. То есть меня туда не грузили, я там оказался случайно. Швырнуло. Да, Я книгу полностью не читал, вот как Майкл Ньютон. Майкл Ньютон «Путешествие души». Это вот у него там, по-моему, серия, да? Я смотрел интервью, чуть-чуть какие-то отрывки читал. Ну, в целом для себя просто представление о регрессивном гипнозе составил, вот, но не погружался. Вот. Но интересная, конечно, тема. Ты знаешь, я в прошлый раз говорил, на всякий случай повторюсь, что там бывает, что, ну, человек, может быть, не готов, или это такое легкое состояние транса. У многих возникает вопрос потом, типа, я это все придумал или нет. Самое главное — понимать, что ты видишь, что видишь. Если у тебя есть эмоции, то это настоящее, то есть это твое. Если ты реагируешь, это твое. Мы не реагируем ни на что, что не наше. Вот это важно. А остальное, там, многим кажется, это, может, не тот транс, не так погрузился и так далее. Да пофиг. Ты проживаешь эмоцию, здесь, если да, все. Да, здесь момент переживания. Да, вот. Это важно. Остальное не очень. Спрашивали про состояние потока. О, хорошая тема. Да, у меня там книжка лежит. Да. Ты практиковал, как тебе заходит, нет? Что? Ну, поток. Я не могу пока что конкретизировать для себя, знаешь, практиковать. То есть оно либо включается, либо нет. Ну, ты знаешь это чувство, да? Да, конечно. Ну, а не пробовал вспоминать его, быть в нем? Раз, и отпускаешь себя в это чувство, и оно несет. Да, конечно. Ну,
Просто я, видишь, не воспринимаю это как какую-то отдельную практику. Это как повседневность. Ну, я не помню, про прошлый раз я говорил, да, что у меня... Я думаю, надеюсь, по крайней мере, мы об одном состоянии потока говорим, да, потому что же такая абстрактная история. Ну, это как когда все получается само и легко. Да, да. Минимум усилий, и все само как-то. Ну, типа, все идет как надо. Да, потому что ты не противоречишь системе, которая движется. Типа того, да. Жизнь. И у меня это сопровождается совпадениями. Я не помню, в прошлом эфире мы там говорили, но лично я тебе точно об этом говорил. Да, я помню, да, это у тебя. Да, что у меня знаки совпадения, у меня совершенно сумасшедшие совпадения бывают. И вот как только начал на них обращать внимание, они потом уже и как будто бы генерируются сами, ну, понимаешь, как по запросу. И вот когда у меня идут совпадения, да, я понимаю, о, все, все, все окей. То есть они как-то эти состояния так слеплены воедино. Давай расскажем людям, что такое состояние потока. Ну, поток, состояние потока, это, знаете, бывает, все спорится в руках. Как-то все получается само, удачно складывается, успешно как-то все само по себе складывается хорошо. Вот это состояние потока. Потому что мы словили какую-то волну. А, слушай, кстати, у меня было, я на НЛП когда учился, мастерский курс, 8-я ступень, завершение мы тогда завершали. Я словил такое состояние интересное. Это типа потока, но в потоке ты не знаешь, что будет особо. Хотя ты там тоже можешь хотеть, и это получается. Да, наверное, это подойдет. Вот, мы там проделали какую-то практику, я помню. Ну вот, и я вышел такой с обучения, я такой думаю, ну что, поеду, надо жене цветы куплю по пути. А мне-то прав лишили, я такой на маршрутке сел, поехал. Еду, выхожу пересаживаться, я за городом-то жил. Ну вот, и хлоп, думаю, надо купить цветы. Я выхожу с маршрутки, вылазю спиной, поворачиваюсь, прямо передо мной, короче, сидит бабка с цветами. Вот, отлично. У меня такая история постоянно. Вот, и я, короче, у меня два дня, вот эти прям вот до фантастических точно так же вещей вообще. Я на следующий день еду, думаю, надо покушать. Вышел там какую-то шаурму купил, вот, сел есть, думаю, надо было купить кофе. Выходит, я не знаю, откуда взялись, три темнокожих парня на таких, заказали кофе, подъехала маршрутка, они такие, мы побежали. И тут такая тетка выходит с кофе, говорит, а что, говорит, мы же только заказали. Я говорю, они убежали, она говорит, хотите кофе? Говорит, я его только сделал. Я говорю, да, дорогая моя, иди сюда, давай. Ну и все, я раз кофе попил. Я там прихожу в этот же день, там в продуктовый магазин захожу, думаю, сейчас там на обед себе куплю что-то или что. Раз мне там тоже передо мной приносят там котлеты по-киевски, там вот, говорит, вот свежие, говорит, прямо сейчас горячие, говорит, хочешь, прямо передо мной пронеси. Я говорю, давай. Она говорит, тебе хлебушка отрезать в продуктовом магазине в Краснодаре. Нифига себе. Я такой думаю, господи, что происходит? Ну, надо соглашаться. Говорю, давайте. Она берет с полки хлеб, отрезает от него два кусочка. Ага. Как она его даже продавать будет? Я не знаю, она, короче, отдает мне, я такой думаю. Главное принимать в таком состоянии. Да, я такой думаю, окей. Поднимаюсь наверх, такой, думаю, сейчас об этом рассказать, думаю, сейчас пойду руки помою. Думаю, блин, в туалете мыла нет, там вчера не было. Следом за мной заходит парень, говорит, я мыло купил. Думаю, блядь, что происходит просто вообще? Да. И я, то есть, ну, какое-то время, когда в этих состояниях оказываюсь, да, какое-то время назад я думал, что все, пиздец, я кукуха еду. Ну, то есть, сейчас я уже более-менее, ну, потому что там совершенно безумные совпадения бывают, Ну, тоже, вот ты, допустим, про чуваков с кофе, да, у нас была такая тема, там недавно в Адлере мы были, там вышли на набережную и обсуждаем, и вот прям вот в режиме реального времени обсуждаем, типа, блин, так, надо, прикольно будет сейчас взять самокаты и на самокатах проехаться, типа, так, нам нужно три самоката, мы поворачиваем за угол, три самоката стоят, свободно, ну, вот такие темы. Супер. Или, по-моему, уже даже Ваня Рудбой замечал там из серии... кого-нибудь вспоминаю, ну, вот самое такое, это, типа, когда кого-то вспоминаешь, это человек тебе навстречу идет, например, вот, или куча, в общем, всяких, или там, блин, так, срочно нужны деньги, там, на что-то там, бац, упали деньги откуда-то. Класс. Вот, да, ну, вот в этих состояниях я что-то для себя понял, почему, ну, допустим, во всяких... как это сказать...
В общем, к таким состояниям нужно быть внутренне готовым, потому что, как мне кажется, может происходить не только хорошее, но и плохое. Ну, то есть... А у тебя было так? Да. Ну, то есть, нужна очень большая работа над собой внутренне, да, чтобы вот от каких-то деструктивных штук избавляться. Угу. Да, а что касается... Потому что они тоже могут происходить. Ну, это, кстати, к вопросу вот людей, которые тревожатся или вообще как, ну, началась какая-то черная полоса, что делать. Есть упражнение возвращения здесь и сейчас, практика центрирования. Осматриваемся. Не, это я не про... Это, в общем, сложно объяснять. Да, и долго. Ну, мне кажется, что в каждом человеке есть две основные движущие, так сказать, силы, да, это любовь, созидание и ненависть, ну, деструктивное какое-то, разрушение. И разрушение. И вот эти две силы энергии, да, они постоянно в человеке как бы переплетены и взаимодействуют, вот, и очень важно контролировать их. Ну, уметь, по крайней мере, деструктивные части, так сказать. Ну, я про это говорил, что отсоединиться можно только через переключиться. Переключиться здесь и сейчас, чтобы сбросить вот это состояние, в котором ты, фрейм, рамку, в которую ты впал. Вот, это может быть не... Ну, вот, допустим, там про кофе, да. Это же не было у тебя таким осознанным долгим намерением. Наверняка это было типа так. Это бессознательно. Вот бы кофе, и оно раз и появилось. Да. Ну, типа того. И такая же история с каким-то негативной херней, да. То есть у тебя мысль это вот так вот проскочила, да. И она может раз и реализоваться. Ну, ты знаешь, я почему-то не думал, что поток в минус, я это не определял для себя как поток. Это больше как черная полоса, получается. Но для тебя это как тоже как поток воспринимаешь. Просто мне кажется, минус, да? Это знаешь, как инструменты одни и те же. Вот топор. Топором можно бревна рубить, а можно человека зарубить. Для меня что-то, мне казалось, это принципиальное такое, что-то другое. Ну, не знаю, может быть, если так мыслить, не знаю. Я вот подумал о том, что возвращение в здесь сейчас сбрасывает хорошо рамки. Но если это кому-то полезно будет, то, пожалуйста. Визуально там зрительно отсматриваемся, звуки слушаем в реальности тут, щупаем вот как-то все, что вокруг, то есть возвращаемся в ощущения в теле, и все, чтобы сбросить, если вы чувствуете, вас несет и что-то вот плохое за плохим. Очень полезно вернуться в реальность, мне кажется, будет. Сны. Вот интересная тема сны. Тут вот сейчас было сообщение, я его где-то упустил, про сон во сне, например. В подростковом возрасте началось просыпаться внутри сна и спала по 15 часов в сутки. Очень хорошо проработала какие-то свои проблемы, очень удачно в жизни все это применила. Но воспоминания об этом вызывают сейчас тревогу. Как все это с точки зрения психологии объяснить? Научилась трансу в 14 лет. У меня тоже был, кстати, сон во сне был когда-нибудь? А когда ты понимаешь, что это сон, просыпаешься во сне? Или во второй уровень сна? Во второй уровень сна. У меня был... Чего-то не помню. Сейчас скажу, раз... У меня был третий уровень. Угу. Первый я, причем сейчас не помню уже. Это было лет, не знаю, 10 назад, наверное. Первый я не помню. Второй уровень сна был очень приятно. Какой-то берег реки, какой-то семейный пикник. Я там на травке лежал под деревцем. Солнышко светило, и я уснул еще раз. Второй раз. Во сне... И там я оказываюсь в маленькой комнате. Это был тату-салон моего друга, он до сих пор там работает. Она полностью пустая. Там у него мебель, там все дела, инструменты. Она полностью пустая. Посреди комнаты лежит череп дельфина. Да. В комнате, знаешь, свет такой прям... Во-первых, стоит какой-то красноватый такой туман, знаешь, как частицы такие прям красные, знаешь, ржавого цвета. И освещение такое мрачное, ржавое какое-то, все. По полу разбросаны зубы, и черный ворон клюет зубы. И все, знаешь, как под водой такое. Вот такое вот. И я такой, ого! И потом я выкинула. Все, знаешь, как замедленно такой. А сегодня я летал во сне. Второй раз в жизни, ну, помня это. Но было очень удивительно. Первый раз это было вообще в детстве.
Mm-hmm. Потом я все думаю, блин, почему все летают во сне, а я всего один раз летал. И вот сегодня ночью. Слетал. Да, но при этом было удивительное ощущение, как будто я делал это уже 1000 раз. Это возможно. Мы же забываем сны. Да, конечно. Мы, скорее всего, да, прям такое знакомое ощущение, прям механика, вся понятна. Встал, полетел. И самое обидное, типа, что это было настолько близко, как, ну, естественно и понятно, и 1000 раз уже как будто бы сделан, да, что когда я проснулся, такой, типа, о, прикольно, летал во сне. И у меня была мысль в голове, типа, что как будто бы я могу и в реальности это делать, да, и типа, о, ну наконец-то еще и во сне полетал. Ты говоришь, наоборот. А потом такой, блядь, нет, я же не умею летать. Не проверяй лучше. Если летать, то снизу вверх, а сверху вниз что-то не ается. Ну, хорошо, хорошо. Тут есть, короче, какая тема с нами? Есть тема с глубиной и с тем, что мы все видим сны. Это, кстати, новость номер один. Мы все видим сны, даже те, кто говорит, что типа их не видят, мы их видим. Просто вы их забываете. Отсюда может быть ощущение, что 1000 раз делал, потому что реально, скорее всего, это делал. Вот. И что касается ступеней сна, да, это просто углубление, и все. Вредно ли это? Нет, это не вредно. Если вы можете этим управлять, ну, это очень круто. Это очень круто в плане опасности. Ну, во всем можно найти опасность, наверное, тоже. Но если вы проработали травмы, то есть реально что-то, вот это к вопросу, который задан был, там что-то получилось, поменялось, но офигенно. Офигенно, потому что сон, ну, это транс, если вы можете в трансе, как вот сейчас с Олегом, то есть транс, в трансе он просто сам это проделал. Все, разрешил вопрос. Если человек может это делать сам, это офигенно. С той только разницей, что когда ты работаешь с оператором, это безопасней. Ну, там есть кто-то, кто, если что, там тебя там поддержит, потому что ты можешь набрести на сильные переживания, а сильные переживания не бывают разные. Человек там встанет и, о, господи, и побежит от чего-то, и в окно, раз, и как бы, ну, такая история. Вот это единственная опасность. Ну, а в остальном это абсолютно нормально. Да, можно так прорабатываться, классно, не вопрос вообще. Есть же люди. Занимаются. У меня еще недавно был такой опыт, знаешь, когда засыпаешь, у тебя такое пограничное состояние, да, и у тебя же начинают какие-то картинки там летать. Ага, ага. Летать. И это обычно, знаешь, там какое-то время длится, и ты проваливаешься в сон. А недавно у меня получилось зафиксироваться в этом состоянии, и это было так интересно, потому что можно было все, что тебе прилетает, да, какие-то образы, да, вот эти вот. Обычно это, ну, очень быстро длится, и ты сразу спать. Да. Вот. А здесь такой тык. И то есть я осознанно их могу порассматривать с разных сторон, там, типа, да, и так классно. Далее. Да, у меня какое-то здание прилетело, там, очень старый, там, собор какой-то или еще что-то. Я такой, о, ты поймал, прям подлетел как будто бы к нему, прям до деталей можно было рассмотреть. Очень интересно тоже, пограничное такое состояние. Это очень круто, потому что ты же этот навык потом вытягиваешь и на уровень сознания в том числе. То есть это появляется в твоей картине мира. Ты знаешь, что можно так воспринимать, настолько реалистично. Это очень круто. Я зависаю тоже по секрету скажу, я зависаю тоже в фазе перехода, потому что, ну, вообще со всеми, наверное, поделюсь, что мы можем использовать сон для того, чтобы нам было кайфово. На самом деле транс, сон, это транс тоже, всегда проходит под каким-то флагом. То есть ты такой думаешь, вечером ложишься, ой, ну его нахер этот день вообще, лучше вообще не просыпаться, и ложишься. Под этим флагом у тебя пройдет переход в транс, и это будет крайняя мысль, которая тебя поведет дальше. Не надо запрос. Так думать, да. Поэтому, когда ложишься, думаешь так. Некоторые вот так делают. У меня супруга, кстати, так делает. То есть, ну, не знаю, сейчас она так делает или нет. Еще давно мы с ней разговаривали. Я что-то ни трансом, ни гипнозом не занимался. Она говорила, что ей нужно решить какой-то вопрос. Она ложится, и вот утром у нее созревает решение. Потому что мозг продуктивнее в состоянии транса. Этим можно пользоваться, действительно. Если вы можете отслеживать у себя фазу перехода из бодрствования уже в сноподобное состояние, вот это очень круто. Осознанное сновидение. А можно сделать тоже, я просто не знаю. Для меня это, видишь, как для психолога, у меня тут тема такая, что у меня внутри два специалиста сейчас. Во-первых, это психолог, во-вторых, это гипнолог. Это разные все-таки вещи. Потому что психолог внутри мне говорит, так, стоп, и надо держаться реальности, потому что, ну, большие переходы в транс и долгое зависание – это уход от реальности. А мы живем здесь, тело бросать нельзя, без тела мы не живем. Вот. А как гипнолог могу сказать, да, окей, классно. Но транс тоже такая штука, что если он приятен, его много, он может вызывать зависимость. Об этом раньше много говорили, сейчас об этом все молчат. И фильм «Астрал» про это, по-моему, там же кто-то, по-моему, нырял постоянно куда-то туда. А я не смотрел, там ужастик же, да, я ужастики не очень, я боюсь. Обожаю ужастики. Да, я что-то не знаю, у меня на «Сайленс Хилл» сходил, это был финишный ужастик, который я смотрел в кино, вот, я там наложил капитально эмоционально в штаны, и как бы такой, думаю, все, короче, я больше ходить не буду. Блин, у меня такая проблема, что я не могу найти страшных фильмов ужасов для себя, то есть мне все интересно, мне даже... У меня кошмары, когда снятся, не часто. Вот. Но я просыпаюсь, знаешь, в ахуе, в
холодном поту, вот это все такое. Бля, вот бы досмотреть. Мне есть несколько кошмаров, которые мне запомнились, и они очень крутые, очень интересные. И прям вот с каким-то таким экспириенсом сталкивался. Очень классно. А что интересного? Ну, тебя что в этом увлекает? Ну, для тебя что интересное? Неизведанность или кино? Ну, типа, прям интересное кино. Или что? Да, как интересно, яркие эмоции, переживания. Захватывающее, да. И, ну, как кино, ты смотришь охеренное какое-то увлекательное кино. У меня был сон, например, какое-то старое здание, ну, как старое советских времен, такое пятиэтажка, что-то такое, нежилое какое-то, вот, промышленное, что-то такое. Знаешь, вот эти вот, где стеклянные... Ну, как производственное помещение такое. Типа. Как, не, типа проходная, но застекленные такие, как эти, подъезд застекленный, не знаю, как это называется, понял? Нет? Ну, я понял, это как советское, вот из стеклянных квадратиков, что ли, это? Нет, вход в здание, как стеклянная такая вот херня, как что тамбур, не тамбур, это вот когда заходит внутрь, ну, в общем, такое здание. Вот, я оказываюсь в этом здании, захожу в него, и выясняется, что все этажи, все пять этажей, там куча комнат, знаешь, как коридоры длинные по бокам комнаты, и они все напиханы какими-то монстрами, тварями, призраками, там, хер пойми чем, а со мной откуда-то девочка маленькая, ну, там, лет, не знаю, 12-13, может быть, что-то такое, вот, и назад пути нет уже, то есть туда по какой-то причине назад выйти нельзя. И, ну, в голове, знаешь, там, что, ну, чтобы спастись, а, или наоборот, или сверху, да, сверху мы спускались, вот, да, мы были на верхнем этаже, и нужно было спуститься вниз, чтобы выбраться оттуда, вот, из этого здания, и у меня вот ответственность за нее, да, что нужно ради нее все это пройти, спастись, выжить и так далее, и я провожу ее через вот это вот все, да, там, спасая, да, мы добираемся до выхода, перебегаем через дорогу, и потом я смотрю, а ее рядом нет. И я поворачиваюсь назад, а она стоит там у входа, смотрит на меня и заходит обратно. И я понимаю, что она тоже как призрак, она оттуда, и это не я ее спасал, а она меня спасала. То есть она мне дала вот это чувство ответственности, да, за нее. Вот. И из-за этого я выжил сам, грубо говоря. Ну, жесть, слушай. Вот это сценарий ты прямо рассказал. Его надо написать, продать деньги. Это же просто что-то. Ну, вот такие, да, мне кошмары снятся. Ну, художественно организованные у тебя сны, хочу я тебе сказать. Прикольно. Я что-то вспомнил игруху Fear. Не, старая, не помнишь? Fear, страх. Вот там тоже маленькая девочка. Фир. Да, и вот жесткая. Ну, ладно, хорошо. Блин, ну... Холотропное дыхание. Что, думаю? Или что? Я вот сегодня буквально наткнулся на видос, где чувак говорит, что вроде как это там насыщение мозга кислородом. Да. Но этот чувак говорит вот что. Что именно сосуды мозга, они работают... на баланс, ну, в общем, как-то там, что насыщенность мозга кислородом напрямую зависит от концентрации углекислого газа в крови. И когда концентрация углекислого газа, то есть там давление, там вот это все как-то, и когда концентрация углекислого газа в крови, в организме, во всем понижается, именно в мозге понижается уровень кислорода. И это не насыщение мозга кислородом, а наоборот, и кислородное голодание для мозга. Угу. Ну, вот такую штуку человек рассказал. Может быть, вот этого я не знал, честно сказать, про то, что меньше становится кислорода. Что да, больше, то есть... да, это видно, я использую, и вот здесь тоже было, я говорил дышать. Да-да-да, я и спрашивал. Да, да, абсолютно верно. Можно так входить в трансовое состояние. Для тех, кто хочет попробовать трансовое состояние, пожалуйста, вы можете тоже. Вот и здесь вопрос, это насыщение кислородом мозга или все-таки кислородное голодание? Разница, это трансы, собственно. Кислородное голодание, наверное, не очень хорошо для мозга. Ну, у кого нет... Отмирают клетки там все. У кого нет никаких там жестких, типа, ну, там, я не знаю, эпилепсия, то есть какие-то жесткие патологии, сильные травмы мозга, там, опыт инсультов и так далее, то, вот, конечно, это лучше не делать. У кого нет этого всего, дичи, вот, там, ну, таких серьезных вещей, ну, можно проделывать, почему нет. Часто дышите и глубоко, дышите так.
и прям вот сильнее, глубоко, часто, прямо дышим. И мы не просто дышим, успокаиваемся, нифига, здесь наоборот. Агрессивно. Да, то есть ты доводишь себя до такого состояния. И вот очень полезно здесь можно взять в... Вот одному не нужно делать, разгонять эмоции, это нужно делать с кем-то, там есть оператор кто-то, и тогда ты разгоняешь сильную эмоцию, там агрессию, например, сильно, отпускаешь, и начинается, вот может начать трясти, там может начать там, физически, там немеет тело, прибивает к полу, тяжелым становится, и проживаете, пока не отпустит. Это дает разрядку эмоций. Разрядка эмоций в трансе, она очень хорошо отпускает. Это такая психологическая аптечка. Вот. Опять-таки, если нет вот каких-то жестких вещей и если нет панических атак, потому что там тревожные люди, у них свои реакции, это может быть мучительно. Вот. А вообще ввести в себя состояние транса можно еще параллельно смотреть на лампочку. Находите желтую лампочку, желтого света, теплого, ватт 80, смотрите на этот свет и вот так активно дышите. Можете при этом давать себе внушение, закольцевать его, я, по-моему, в прошлый раз, не помню, говорил, нет, закольцевать можно это внушение, то есть там, на что хочется, например, там, уверенность и сила, например, да? И человек смотрит и такой дышит, и такой уверенность, сила внутри себя повторяет. 30-40 секунд, уверенность, сила, про себя, уверенность, сила, и дышит. И сильнее, и смотрит на этот свет, все внимание на свет, дышит, и вот это в голове как пластинка закружилась, вот эта уверенность, сила, раз, и чувствует, голова начинает кружиться, начинает уносить, становится тяжело, как-то тело немеет, и все остальное, и все, человек отпускает себя, там, плюхается на диван, на что-нибудь мягенькое, и отпускает себя, больше ничего не повторяет, и смотрит на отпечаток света на сетчатке. И почему-то будет видно, что этот отпечаток потом начнет там менять формы, начать ходить в стороны, потому что это уже не отпечаток, это уже транс, это точка. Ну, вот как Олег говорил, точку видел, да, то есть вот такие трансовые вещи, там часто точки могут быть. И все, из-за этой точки наблюдает. Вот, собственно, это опыт трансового состояния. Все, это не гипноз, подавление, что-то, РНТВ и так далее. Да, это естественное физиологическое состояние. Оно, на самом деле, в трансе мозг отдыхает. Он меньше ресурсов затрачивает. Нам полезно быть в трансе. Только не надо там все время. Ну, якобы холотропное дыхание придумали. Как его Станислав? Гроф, по-моему, да, если я правильно помню. Да. Я не практикую просто тему. Типа ЛСД запретили, он такой, да, хер вам. Будем вот так путешествовать. Можно так, да. Тут же, видишь, транс можно как угодно использовать. Можно кайфовать вообще, что хочешь. Отлететь в эйфорию, все. Дышишь и в эйфорию, дышишь, и чух, и отпускаешь себя в эйфорию. И все, и дальше плаваешь в этом всем. Вот как бы и все. Вот и опыт. На самом деле нам-то, собственно, и вещества не нужны, там алкоголь, там курево, наркотики и все остальное. Это не обязательно. Эти вещи, они расширяют опыт восприятия однократно. Однократный прием, даже у меня клиенты приходят, я сразу вижу, кто употреблял. Вот. Один раз. Все, это видно, потому что меняется мышление, меняется восприятие, я сразу вижу. Вот. Это не в плюс, не в минус. А в моей практике это в плюс, потому что человек будет лучше работать в трансе. У него трансовый опыт есть. Все. Вот, собственно, все. Конечно, это ну, не пропагандирует, это нехорошо. Понятно. Так, что, мне кажется, у нас вопросы закончились, и мы уже 2 часа в эфире, считай. Вот. Ну, окей. Пора закругляться. Да, мы в этот раз что-то долго. Да, спасибо всем, кто был, обсудили интересные штуки, ответили на ваши вопросы. Всех обнял, приподнял. И в комментарии, пожалуйста, запись я выложу, а в комментарии накидайте варианты названия, вот если запускать подкаст, прям с видео, прям все серьезно, будем интересных гостей приглашать. Вот, и придумайте мне название, пожалуйста.